Сбегай за ним, он в храме. Там подзовешь его. Христос воскресе. Воистину воскресе. Да, собрались вы. Проходите. Забрались. Ждем немножко, пока там приготовят. Испытание было нашей машине. А Господь всегда так встречает. Гостей именно сюда приезжающих. Что-то самой грязной дорогой поехал. Номера нет у нас в Сирии. Там потеряли, в этом, да? В этой яме, наверное, да, потеряли. А задник есть? Здорово. Задний на месте, да? Да, ладно. Щупать руками все это бесполезно. Промыслой воды вот так. Ну да, бесполезно. Может быть, хватит, пожалуйста, да? Ну. Будьте добры, пожалуйста, выключите. Ну все, поснимали же, хватит. Христос воскресе. Воистину воскресе, да? Воистину воскресе. Как здоровье? Слава Богу, команда. Последний немножко, конечно. Трудновато было. Ну, нагрузка большая. Ну что, братья, уже 10 часов батюшка каши до нас купать. Ничего страшного. Там 4 брусочка. Да нет ничего, дикотель. Один посередине. Ну, фанеру лист положить. Придумали. Фанеру. Где ее взять? Ну, жесть, жесть. Я видел, как... За калитку как-то открой, Витя, чтобы калитка была открыта. Ребята, лучше, ну, потом... Закрепи ее как-нибудь. Всегда лечь убрали, он сел. Отец Анатолий подхватил. Ну что, можно, да? Ну, сказали, начинать учиться. Что, не снимать пока? А? Пока не снимать? Нет, нет. Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие сергиевы лавры священно-архимандрита, и Божий даруй святым твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долго денствующа, право правящее слово твое истины. И всех. Слово Твое истины. Священство Твое, да поменяй, Господь. можем славить и воспевать непрекисное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и Письма, и во веки веков. Аминь. Да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Душевных и священных честных дарей Господу помолимся. Господи, помилуй. Якогда человека через год наш время, после Ты небесные мысли не сожжет, Ты никвоне благоухания духовного вознеслослит нам божественную благодать, и да Святого Духа помолимся. Господи, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Твоею благодатью. Господи, помилуй. Свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Господи, мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Во веки веков. Аминь. Аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Из творения святаго Иоанна Златоустова. Толкование на второе послание к Тимофею. Как воробей, хотя бы он не всем телом попал в сеть, но только одной частью, например, ногою, находится во власти поставившего сеть, так и мы находимся во власти дьявола. Хотя бы уловлены были им не всецело, и по вере, и по жизни, но только по жизни. Не всякий, говорящий мне, говорит Христос, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И еще, не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Видишь ли, что вера не доставляет нам никакой пользы, если нас не знает Владыка. И девам тоже сказано, не знаю вас. От Матфея 25:12. Какая же им польза от девства и многих подвигов, если их не знает Владыка? И во многих местах мы находим, что люди, нисколько не осуждаемые за веру, наказываются только за порочную жизнь. И напротив, иногда люди, нисколько не осуждаемые за жизнь, погибают за неправое учение, потому что то и другое держится взаимно. Видишь ли, что мы находимся в сети дьявольской, когда не исполняем воли Божией. И не только за всю жизнь, но и за один порок люди часто ввергаются в гиенну, если у них нет других равносильных добрых дел. Так и девы были осуждены не за блуд или прелюбодеяние, или зависть, или вражду, или пьянство, или неправоверие, но за недостаток елея, то есть за то, что не творили милостыни. Это именно значит елей. И те осужденные, которым сказано, отойдите, проклятые, в огонь вечный, также были обвиняемы не в чем-нибудь подобном, но в том, что не напитали Христа. Видишь ли, что и один недостаток милосердия может вернуть в огонь гиенский? Чему, скажи мне, будет годен тот, кто не творит милостыни? Ты постишься каждый день, но и те девы постились, однако не получили отсюда никакой пользы. Молишься, но что в этом? Без милостыни молитва бесплодна, без нее все нечисто. Все бесполезно, без нее теряется большая часть добродетели. Не любящий брата своего, говорит апостол, не знает Бога. Как же ты любишь его, если не хочешь поделиться с ним чем-нибудь из этих малых и ничтожных благ? Ты соблюдаешь, скажи мне, целомудрие? Почему? Потому ли, что боишься мучений? Нет, но потому, что таков ты от природы. Если бы ты соблюдал целомудрие по страху мучений, преодолевая такое побуждение и такое насилие природы, то ты гораздо более мог бы творить милостыню. Ведь не все равно обуздывать страсть к богатству или к телесным удовольствиям. Последнее гораздо труднее. Почему? Потому что последнее удовольствие естественное, посеяно и насаждено в нашем теле. А страсть к богатству не такова. Милосердие и сострадание – вот чем мы можем уподобиться Богу. А когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал, если станете соблюдать девство, или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Все это не относится к Богу. И Бог не делает ничего такого. Но что? «Будьте милосердны, — говорит, — как и Отец ваш Небесный милосерд». Это дело Божие. И если же ты не имеешь этого, то что же имеешь? Милости хочу, говорит Господь, а не жертвы. Бог сотворил небо, сотворил землю, море. Велики эти дела и достойны его премудрости. Но ничем он так не расположил к себе человеческий род, как милосердием и человеколюбием. И это есть дело его премудрости, силы и благости. Но гораздо более то, что он сделался рабом. Не поэтому ли мы более удивляемся ему, не поэтому ли более благоговеем пред ним? И Бога ничто столько не располагает к нам, как милосердие. Об этом много говорят непрестанно все пророки. Говорят о милосердии, я разумею не то, которое соединено с любостяжанием. Это не милосердие. Корень терновника никогда не производил елея, но производит его корень масличного дерева. Точно так и милосердие не рождает ни корень любостяжания, ни неправды, ни хищения. Не унижай милостыни, не подавай повода всем порицать ее. Если ты похищаешь для того, чтобы благотворить, то ничего не может быть хуже такой милостыни. Когда она происходит от хищения, то она не милостыня. Это какая-то жестокость и свирепость. Это оскорбление Бога. Если Каин так оскорбил Бога, принесший в жертву маловажнейшее из своей собственности, то как оскорбит его приносящий чужое? Приношение есть не что иное, как жертва, очищение, а не осквернение. Ты не смеешь молиться с грязными руками. Неужели же не считаешь страшным приносить Богу грязь и нечистоту хищения? Рукам ты не позволяешь оставаться в грязи и нечистоте, но сначала очистишь их, а потом уже приносишь. Между тем эта грязь не составляет никакого преступления, а та достойна осуждения и порицания. Итак, будем заботиться не о том, чтобы молиться и приносить чистыми руками, но и о том, чтобы приносимое было чисто. Иначе будет смешно так же, как если бы кто, вымывший поднос, наполнил его нечистыми дарами. Разве это не забавно и не смешно? Пусть будут чисты руки, а они будут чисты, когда мы омоем их не только водою, но наперед и правдою. Вот что очищает руки. Если же мы исполнены неправды, то хотя бы ты омывал руки 1000 раз, не будет никакой пользы. Омойтесь, говорит пророк Исаия, очиститесь. И что? Прибавил ли он? Идите на источники, ступайте в бани, на пруды, на реки. Нет, но что сказал? Отымите лукавство от сердец ваших. И это значит, будете чисты. Вот что избавляет от нечистоты. Вот истинная чистота. Чистота телесная не приносит большой пользы, а чистота душевная доставляет нам дерзновение пред Богом. Аминь. Хотя если человечье тело владычное, страхом приступит и не опалившийся огонь его есть. Божественное житие, кровь копчение, твердо и висит, а печальнушим, а разрезает таинственное брачное яшко. Со страхом Божиим и верою приступите. Благослови мне ты во имя Господне, Господи, явися. Господи, и исповедую яко Ты сего истину, Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешный, спаси от них же первый есть масса. Еще верую, яко сей самое пречистое тело Твое, и сей самая честная кровь Твоя, молюсь об Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешения мои, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причастить все пречистых Твоих тайн во оставлении моих грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайны и дни сыне Божий причастниками приими. Не по врагам Твоим тайну повем, не лапзанием Ти там яко Иуда, но яко разбойник исповедуй Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждении будет не причащение пречистых Твоих тайн, но во исцелении души и тела. Аминь. Честный преследитель, который, Господи, Бога спас нашу свою сторону. Причащается Стефан. Как тебя зовут? Стефан. У вас там... Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава! Сыну и Святому Духу, и ныне и Христа, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Христос воскресы из мертвых, смертью смерть поправил, и сущего гробил, живот даровал, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, свидетелей сибирских Иоанна, Павла, Филофея Тобольских, священномученика Гермогена, епископа Тобольского, свидетелей Иннокентия, Сапрони, епископ Иркутских, святого мученика Василия Мангазейского, святого праведного Семенова Верхотурского, Даниила Ачинского и всех святых землесибирских просиявших, преподобного Михея Радонежского, преподобного Ио Почаевского, мученика Варвара воина, Ваха, Калимаха, Дионисия, святых праведных Иосифа Аримофейского, Никодима, святых жен мироносец, Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Анны, Марфы, Марии, Сусаны и иных, их же и память не совершаем. Святого мученика, священномученика Анфиманика, Никомидийского, святых и праведных Бога Отец и Акима, Анны, всех святых, помилуй и спасет нас, всякого благ и человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Святую смерть, если поправ, несущего века живот добро. Христос воскресе! Святую смерть, если поправ, несущего века живот добро. Христос воскресе! Все радостные спасительный день, который устроил нам Господь, преподнести в дар с открытым сердцем и с любовью священный сосуд, распятие, образ Святой Троицы и служебник, это вам лично служебник, требник, на память о нашем посещении этого святого храма, этой общины. Мы радуемся тому, что Господь устрояет дела во благо. И дай, Господи, чтобы наши молитвы о нашей церкви, Матери Церкви многострадальной, о нашем Отечестве, о возрождении веры Христовой, благочестия, Господь услышал, умножил наши молитвы, умножил нашу любовь и терпение к служению, осознавая свое недостоинство. Тем не менее, мы благодарим Господа, что Он сподобил нас стоять у престола Божия, благовествовать и помогать народу Божию приобщаться к святому православию. Спаси, Господи, вас славим. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, всечные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня Святая Православная Церковь чтит память Иосифа Благообразного, Никодима, тайных учеников Спасителя Христа, а также память святых жен мироносец. Иосиф и Никодим были тайными учениками, кто-то даже ночью принимал уроки, приходил по ночам, потому что были они в положении, особенно Никодим, будучи учителем, князем иудейским. И мы с вами знаем из Евангелия о том, что он задавал вопрос, как так можно родиться, когда ему Господь говорил о духовном рождении. И Господь ему сказал: «Ты ли учитель народа и задаешь мне такие вопросы?» Несмотря на то, что они стеснялись или, может быть, боялись лишиться своего положения в обществе иудейском, тем не менее, мы когда служим божественную литургию, открываем антиминс, то на антиминсе изображены не апостолы, где частица святых мощей мучеников, а там изображены ангелы, изображены жены мироносицы и изображены эти два мужа, Иосиф и Никодим. Это те, кто были с Господом во время его страданий. Это те, кто не побоялись пойти к власть придержащим и уже открыто заявить себя сторонником, представителем или соучастником того дела, которое делал Господь. Иосиф идет и просит тело. И вот это вот их дерзновение, а особенно служение жен мироносец, оно отразилось в том числе на такой святыне, каким является антиминс. Жены мироносицы – это особое служение, и мы с вами знаем прекрасно, как поступили ученики, когда Христос был арестован. Если недалеко, но все-таки убежали и издали смотрели. Последние, после воскресения Христова дни, они пребывали дверями затворенными, страха ради иудейского молились. Мы с вами также узнаем и о том, что ученики все-таки до конца и после того, как произошло, сомневались во Христе. Идут ученики в город Имаус вечером, беседуют, рассуждают. Вот так вот мы думали, а получилось как мы думали. И Господь является уже в измененной плоти, которая не нуждается уже ни в пище, ни в питье, ни в одежде, ни во сне, которая может проходить через стены, и пристает к ним, как спутник их, и, между прочим, спрашивает: о чем вы стязаетесь, идущие из стад дряхла? То есть достаточно уже вечер уже, и вы идете и так эмоционально рассказываете, беседуете. А какая причина ваших эмоций, этого горячего разговора? Евангелие говорит, что они не узнали Христа. И когда они ответили Христу так же эмоционально: наверное, только ты один, пришлец в Иерусалим, и не увиди бывших в них, во дни сия. И начинают рассказывать, что они думали, что Христос, кто... как он проповедовал, учитель, а тут оказалось, его распяли и погребли. И тогда Господь начинает наставлять их с ветхозаветных книг, пророчеств, вновь и вновь, как и прежние годы свои, с любовью и терпением начинает наставлять их и обличать их. И отверзлись им глаза, отверзлись им очи, и не виден быть им. И тогда они в радости припустились, несмотря на вечерний час, в оград, обратно, откуда пришли, в оград Иерусалим. Вот это явление Христа, Христа уже в измененной плоти человеческой, воскресшего Христа, оно удивительно, оно вновь говорит о том, что Христос проповедует и наставляет учеников о том, что он раньше и говорил. Он является ученикам, преподает им мир, и этот мир особый, говорит, мир вам. И наставляет их, и благословляет их идти в мир, проповедовать. Мы с вами знаем и уверение апостола Фомы, когда он отказался верить ученикам, что был Христос, явился, и они его видели, ученики. Он сказал, как многие сейчас говорят, вот бы потрогать, вот бы увидеть, вот бы услышать лично, лицом к лицу, вот тогда бы мы возродились, вот тогда бы мы изменились, вот тогда бы мы крепко поверили. Но и Христос разрешает трогать и приглашает, снисходя к немощи человеческого естества, слабой веры, для того, чтобы вот это уверение послужило на пользу всей Святой Церкви. Особое служение жен-мироносец, особый сегодня день, посвященный этим великим женщинам. Великим, потому что, несмотря на все данные, как бы мы сейчас сказали, камень большой. Они видели, как он был привален, громный камень, в пещере гробной. Стража с оружием, ночь и многое другое. По-человечески, если бы так рассудить, бы, вряд ли бы кто пошел. Ну, невозможно идти, все там. И женщины-мироносицы, вопреки всему, логике, рассудку, они женщины, они полны тем качеством, за которые Господь их и вознаградил, явился и Божией Матери, женам мироносцам. Это в первую очередь любовь. А мы знаем качество любви, что такое любовь. И второе качество – это верность. И вот эти вот силы, качества их вели в ночь, еще сущу тьме на гроб, идут, знают, что камень, знают то, что я уже говорил, и Господь их вознаградил. Вознаградил их, и возрадовались их сердца. И мы с вами знаем, когда они говорят апостолам, которые в страхе и трепете пребывают, они говорят апостолам о воскресении Христа, о явлении Христа. Они спешат, радуются. И ученики говорят, евангелист передает нам, но мняхуся, яко лжа, глаголы их, и не вероваху им. Если бы, наверное, говорят толкователи Слова Божия, первыми были бы свидетелями воскресения апостолы, то они бы тяжелее восприняли, а может быть бы и не могли бы воспринять, что это Христос. Но только женское сердце, способное, благодаря своему служению материнства, глубоко сострадать и сопереживать, и жертвовать, оно восприняло в полноте и в полной радости, не сомневаясь, не рассуждая, припустились женщины проповедовать Христа воскресшего. Мы радуемся, что апостол Фома стал богословом. Исповедует Христа не просто Господа, не просто Учителя, он говорит, Господь мой и Бог мой. И за ним дальше уже все апостолы уже будут укрепляться и проповедовать. Сегодня праздник жен-мироносец. И сегодня служение женщин, христианок, какое бы ни было бы сложное время, как бы ни изменялись наши семьи, но если женщина не имеет на руках чада, то она скорбит. Сердце скорбит от этой неполноты. И не только скорбит сердце женское, но и отца, если в семье нет детей. Христианская семья, многодетная семья, чадородие – это все то, что Господь благословил для того, чтобы испытать, и измениться, и спастись. Мы сегодня вспоминаем женщин-мироносец. Вспоминаем прежний век, прошедший век, когда мы часто слышали, что храмы отстаивали, веру сохраняли белые платочки. Это женщины-христианки, наши с вами родители, а может быть и бабушки, которые опять же, несмотря на советскую власть, несмотря на многие-многие волнения, которые существовали реально, опять же они сохраняли, старались не только самим сохранить веру и благочестие, но и передать своим детям, внукам. Учили их читать «Отче наш», учили читать «Богородица Дева», иногда даже приводили детей, чтобы причастить, но и крестить приводили, чтобы покрестили. Это действительно было так. Мы с вами недавно праздновали День Победы. Великая Отечественная война, много горя, много людей покалеченных, много крови. Но мы с вами знаем подвиг сестер милосердия, женщины. Часто бывало, у меня отец воевал, даже трудно было солдатам из окопов выйти, а они ползли, потому что там раненый лежит и кричит. И они ползли под градом пуль с крестиком на платочке, означая, что это медицинская сестра. И уподобившись сестер женам-мироносицам, они совершали великие подвиги. Соболезновали, плакали, ухаживали. Ярким примером такого служения можно назвать и Марфо-Маринскую обитель, преподобномучную великую княгиню Елизавету и многих из дома Романовых, которые усердно служили, смиренно служили, несмотря на свое положение знатное. И сегодня мы знаем, говорят, нужно, чтобы разложить мир, нужно разложить женщину, а все остальное будет сделано. И наоборот, если в доме миротворица, мироносица, терпеливая, трудолюбивая, верная супруга, мать, то в доме мир. Если она несет мир через свое служение, то бы какое бы ни было расстройство, волнение, переживание, все могут в этом мире сраствориться, покрыться этой любовью, материнской любовью, терпением, лаской. И проходит и злоба, и расстройство, раздражение, и вновь как будто солнышко встает, и на душе сразу же радостно. Поэтому и для нас, для женщин, православных христианок, высший идеал Божия Матери. И на земле у каждого из нас тоже есть мама. И для нас это тоже родное имя, родное и близкое имя. Говорят, человек становится взрослым тогда, когда умирают родители. И это действительно так, когда мы хороним родителей, дай Бог им доброе здоровье, то мы чувствуем какое-то сиротство, даже если тебе 50 или 60 лет. Вот тогда ты чувствуешь, что ты осиротел. Тогда ты понимаешь, что действительно как дорого было. Пусть даже они престарелые, пусть даже совсем старушка мать, но шли за благословением и шли за молитвой. А мы знаем, молитва матери очень сильна. Поэтому сегодня, совершая богослужение память жен мироносец, мы должны подражать, насколько возможно. Подражать этому служению, нести мир, Христов мир, любовь Христову нести. Особые слова благодарности Господу за то, что Он сподобил нас прибыть сюда, в это святое место, в это трудолюбивое место, где община, как единый приход, совершает свое служение на земле, радуется сердце, видя есть здесь такое единение вокруг пастыря, отца Иакима. Радуется сердце, что здесь, как и прежние годы трудолюбия, земля, люди кормят себя своим трудом. Удивительно далеко и сложен был путь сюда от цивилизации, от дороги. но тем не менее, как бы не трудно и страшно было ехать по этим вот не очень дорогам ровным, но тем не менее было радостно видеть живую природу, чистую природу. Трава очень густая, чистая, и думаю, здесь животные, наверное, особые, да, те всякие. Вот, и, безусловно, это большой труд здесь жить. Приехать и уехать, сказать, да, вот сейчас он скажет, уедет, вот, и, а вот жить и трудиться, это действительно большой труд. Опять же, наверное, не без усердия здесь женщин, христианок, которые выполняют многие функции своего служения в жизни. Дорогие женщины, христианки, позвольте низко вам поклониться за вашу любовь, за ваше служение. И дай, Господи, чтобы Божия Матерь светила вам и покрывала вас в вашем крестном служении. Дай, Господи, чтобы и мужской род, осознавая, что это частица мужчины, снисходил, укреплял и в нужное время, и не вовремя говорил добрые слова, слова утешения, слова любви, слова поддержки. И верю, что Господь воздаст за, даже и за эти добрые слова, не только супруга или мать. Я еще раз выражаю слова благодарности всем, кто устроил нашу эту поездку, пригласил нас сюда послужить, отца Акима в первую очередь, и Игнатия Тихоновича, и всех, кто живет, трудится в этом селе. Спасибо вам за возможность прибыть с вами, помолиться, разделить этот праздник, праздник Жен Мироносец. А также слова благодарности секретарю епархии, отцу монаху Филарету и отцу благочинному, отцу Олегу Галику. Ну и, конечно, безусловно, отцу диакону и семинаристам, которые все-таки добрались вчера, насколько известно, и вот сегодня они уже здесь. Это небольшая частица хора, но тем не менее радостно было слышать и местный прекрасный хор, пение, чтение, и вот юных семинаристов, в надежде на то, что они также будут служить, если не сегодня, то завтра будут на нашем месте, будут служить. И находясь рядом в поездках, должны брать самое лучшее, доброе. Я на этом хочу замолкнуть. Наверное, отец Иоаким несколько слов хочет сказать. Спасибо, отец Владыка, что вы решились на такой путь. Путь трудный был, но я слышал, говорили еще в старину люди, говорят, когда идет в храм человек пешком или с какими-то трудностями, то ангел шаги считает. Поэтому трудно. Мне даже, когда созванивались, как мне кто-то, я не знаю кто, сказал, может быть, говорит, это отменить все. Я говорю, нет. Не надо. Если Господу угодно, то все препятствия будут преодолены. Так и случилось. Хотя натерпелись братья, приехали мокрые, там пешком шли, но слава Богу. Все это исполнено. Да, как вы сказали, труды, большие труды были, но все это уже как-то сейчас у нас более образовалось. Раньше было так, что из храмов делали капище. А у нас сейчас наоборот. Здесь раньше был клуб, колхозный клуб. Остались только полуразрушенные стены. Ну, а я строитель сам, когда приехал. Мы восстановили все. Сейчас у нас половина храм, половина там школа. То есть, по милости Божией, мы так молились, Господи, если угодно тебе, то утверди нас на этом месте. Если нет, то рассей. Ну, по сегодняшний день пока все есть. Благодарим вас сердечно, что вы нам устроили этот праздник. Вот, наши даже певчие обрадовались. Вот, говорят, хоть послушаем, как поют хорошие, значит, певцы. Мы, говорит, отдохнем немножко, послушаем. Ну вот послушали как. Я не послушал, как надо. И мы тоже. И мы, Владыка, не только на праздник. Если будет у вас, когда ваше сердечное расположение, в любое время, просто приехать отдохнуть. Продукты у нас все чистые, экологические. Просто походить, отдохнуть, это полезно очень бывает для здоровья и для духовного даже развития. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Мы хотели всех благословить кресту, чтобы приложились. Да. Причастники, выслушайте слова. Я детишки им прочитаю, думаю, да? Так, я сделаю сейчас все, после того, как приложим ко Христу, заходите все сюда в спортзал, там немного мы проведем такое краткое собрание, а после этого все на праздничную трапезу. А? Нет, сейчас ко Христу подойдут и сделаем фотографию в храме. Общую фотографию. Обязательно. Да-да, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Яко необходимо вместе грешного ножниками быть и свидетельными сподобными сей. Благодарю тебя, яко мне не достойно, как поставьте причины с небесных дорог, сподобными сей. Владыка человека любящий нас ради умеры жизни. Воистину воскресенье почему? Страшное творящее таинство. Христос воскресенье. Благодеяние, священие души телесна, непоколебимое небо исцеление души же и тела. Во изгнании всякого спасительного просвещения лучи сердца моего, нет душевных моих сил, веру не постыдно, не усилится мертвого, при исполнении сыновности, соблюдения заповедей, приложения божественной от ее благодати, моего славного служения, за возведение твоей день сохраняю твои благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но тебе нашему владыце благодетелю, Христос воскресен. Лишенно надежде живота вечного присутствия достигнут покойности, безраздущих вас непрестанных, бесконечно сладотрящих твоего лица на Христос священную. Ты бы еси истинное желание, неизреченное веселье любящих присисти Божина, ведь обоестся твои владельцы, смотри Христос, Господа любимого, сотворителю всех, желаю тебя всех чтежений, сепотов богил, я причинение причистых ожидающих твоих таинств, по грубой январке человека любче сохрани меня со слов своих, а не плюну твоей, и даруй мне чистую совесть силу. Христос воскресе. Даже точно последнего моего и прекрасен достойно Христос воскресе твоих, и благословение грехов и Христос воскресе, и животный источник, и спадатель благих. Тебе славу ссылаем со Сыном Святым Духом, и непристной вовеки вековой. Да выищи мне, Христос воскресе. Твою волю, огненную я болею недостойная. Христос воскресе. Ты не опориши меня, свидетелю мой, паче же твои гиболусы моя вася составом утром сердца. Попоритер мне всех мечты грешений, вкусно чистите, оскуки помышления, составу святейся с ним в губе. Чуть просите, простую перевицу всего, не скрипать лица своими. Христа посредством придержи и сохрани от всякого дела и слова священного. Христос воскресе. Покажи меня твоей селении, Христос воскресе. Селение греха, да я по своему долгу буду в очищении, яко у меня не лежит, так владей всяко страх. Христос воскресе. Молитвенник тебе приносуйся, святые, чем означали бесплодные. Предничу твоего премудря, Господи, силы твои, неверны, чистую матери. Христос воскресе. Христе мое света, света, замелой твоего служителя. Ты во все освящение дела нашей главы, души светло себе, непоподобно, яко Богу и владыце, славу силу славим на всякий день. Дело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Бога наш Тобой, и живот вечный, Божия, честная, восставление Богу. Будешь же мне благодарение сие, в радость, радость, сие, страшное, жестовое, пророчествие Твое, Христос, конечно, верстать, и десну, славь Твоя, молитву пречистая Твоя Матери и всех святых. Ко Христу все подошли. Благодарю тебя, Господу, на месте, не достойно причастников, 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 твоей святой Его. Но лучшие истины, очисти мои умные очи, сердце и точность бессмертия, лучшее, во имя мышленного веков. Держи милости, Бога. Прошу вас, сюда, проходите сюда. Дети впереди, кто братья сзади становятся. Чтобы лица видно были. Тетя Люба, поближе. Там тоже кого-то не подать. И остави нам долги наши, их уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, и сила, и слава, и Твое сына, и свято, и неприсно, и во веки веков. Аминь. Пусть прихлеб уже светлость, огня, высия, уже благодать, вселенную просвети. Вместе пролюбили и сокровища, пускаются туда, свои на Бога показаны. Во имя Славе Сына, Козлое, Отчаяния, Златоусти, мои слова, Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать Твоими узнавимся, учишь и поклоняйтесь, откроется единому Богу, Иоанне Златоусти, все блаженные и подобнее. Достойно хвалим Тебя и сила наставить, яко божественное явление. Единый Христос, во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство таковым непреложное. Негреды грешных молитвы вас и на предварение, благая на помощь от всех разобущих дней. Господина молитву и почтите на молитве, предстательствующий Христос за молитвой, слушайте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христова и Веков, аминь. Честнейшую Сыну, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Заходите, пожалуйста, слави. Молитвами Святой Владыки нашего Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Thank you. как всегда, я немного напомню о истории нашего поселения. Сегодняшний день исполнилось 22 года. Хотя немножко побольше. У нас я приехал в 91 году, 14 мая, 4 часа дня. Разбил первую палатку. Дома не было ни одного здесь, ничего. Место было ровно, все сразу. Раньше была деревня здесь у нас. Дворов 150 было. Но была такая политика партии укрупнения сел. Значит, неперспективные села признавались, а вроде бы их ликвидировали. Но как? Их не разрушали танками, а делали очень просто. Первым делом закрывали школу. Школу закрыли, детей где учить? Значит, люди уезжали где это. Потом все там, ну, были фермы, там, свинофермы, овцефермы, конифермы. Все это переводят на это, на центральную усадьбу, там, техпарк. Перевели все, переехали все. Последние остались несколько домов и наши родители. Отец был почти до конца здесь. Потом уже в 1971 году я перевез их в Киргизию. Деревни не было. Но всегда было желание, как вот я ни одного года не было, чтобы не приезжать сюда. Мы всегда с братом, там еще только приедем, там несколько дней живем, ночуем в копне, там ходим босиком, порыбачили что-то, картошку где принесли с собой, там попекли. Вот, неделю там больше бывает поживем здесь всегда. Я уже священником был, но каждый год обязательно приезжали. Но в то время, когда было советское время, это было невозможно. И вот наступил 91 год, и мы как-то так, возникло такое желание, они попробовали нам восстановить. Приехал я, разбил палатку, сразу встревожились местные власти, это ни в коем случае, мы вас, говорит, трактором раздавим здесь, что в это, бульдозер. У нас была опасность, мы по ночам даже дежурили, мало ли что, разные дураки-то есть. Говорит, Россия, это две проблемы есть, дороги, говорит, и дураки, ну, с одной проблемой, говорит, можно еще справиться как-то. Бюджет больше направить и закатать. А со второй проблемой что делать? Но, по милости Божьей, не случилось этого. Мы начали, первое делали, дом строили, саман, копали глину, мешали с соломой, делали кирпичи. Работа трудная была. Даже не было у нас ничего. Ни лошади нет, не продают нигде местные лошади. Не продавали нигде. Мы все это вручную. Спили массивную такую березу, чтобы там на перекладину где-то. Волоком, веревками, на покатах с этой катим. Однажды так смотрим на УАЗике, подъезжает один человек и видит, что мы, вы что делаете, мужики? Ну, вот что мы делаем. А почему вы так? Ну как, мы вот обращались в местной деревне лошадь, нам никто не продает. Вот. И уехал он. Прошло несколько дней, был воскресный день, мы в палатке служили, только служили, я с палатки-то выходим. Смотрю, человек подъезжает верхом. Наконец, седлом спрашивает, где здесь такой есть? Я говорю, я вот он. Он слазит с лошади, седло снимает, седло, говорит, мое, а вот эта лошадь ваша. Как наша? Ну, мне директор сказал, говорит, привезти. Это был директор другого совхоза, Катниковского, Скатникова. Перезвонил передать лошадь. А что, ничего мне сказано передать, и все, говорит. Передал нам лошадь, а за ним приехал, видать, там завтетник или кто на москвиче на каблучке, и увез его. Ну и все, потом прошло недели-две, приезжает сам этот директор, ну как, изумруд работает, работает, а теперь мы уже глину месим на нем, уже бревна таскаем, сделали такие гужи, там это, все приспособились, теперь мы уже на коне сидим. Он привез нам эту справку, что продали нам мясо, конину там по какой-то там минимальной цене, то есть оно вышло что-то 1200 что ли за него, за коня заплатили. И вот так вот мы, такая помощь была. Потом приезжает однажды, а все есть, а тогда ничего нигде не купить. Чтобы нам купить 10 кубометров леса, пиломатериала, нужно было мне писать заявление в райисполком. На сессии депутатов решали, продать или не продать 10 кубометров пилолеса. Решили продать. Вот. Вот так. Это никак. Это сейчас строится, что были бы только, говорят, деньги. Тебе надо привезут. А тогда вот так вот было. Привозят однажды, два самосвала приходят, полные ящиков, деревянные ящики, полный самосвал. Я спрашиваю, где здесь такие? Ну я, куда вывалить? Зачем? Кто послал? Нас послал там с базы, была база торговая у нас порчена на станции. Директор базы говорит, ну он вывалил нам ящики, теперь опять у нас материал, мы разбираем, у нас и гвоздики теперь есть, выпрямляем. Гвоздей в магазине нельзя было купить. Выпрямляем гвоздики эти, из этих ящичков, теперь мы уже там сарай лепим. делаем, что мы уже не в палатке жить, сделаем, уже в сарае живем. На второй день, как я приехал, мы купили сразу корову, привели корову. Интересно, купили корову, в палатке на ночь привязал, и ночью мне снится сон, что у нас украли корову. Я как выскочил из палатки, та корова лежит и пыхтит, значит, наелась, мы ее накормили хорошо, она, ух ты, ну слава богу, корова, значит, не украли. Вот так, такое было. Ну и вот вначале мы первый дом саманный построили. Трудно было, никак они с регистрацией. Первая сессия депутатов собралась в районе, отказали. Депутаты все против. Выступил директор депутатов, говорит, если мы потеряем и разрешим, то все весь бюджет скорчено уйдет на потеряем. Такой, не там бюджета нет никакого, ничего. Ну, я тогда, когда управили все, попросил сестру приехать здесь подежурить, а сам поехал в Москву. Мы писали заявление, с братом мы поехали, я в Москву. Там был у нас знакомый депутат, отец Глеб Пикунин, такой диссидент. Вот. Он провел меня, пропуск выписал, и там по комитетам меня, значит, я в сапогах там ковры потоптал. Вот. Ну и после этого мнение депутатов изменилось, другая сессия уже собирается в январе месяце. Мнение депутатов изменилось, разрешите. Мы в марте месяце получаем уже документ за подписью Сурикова, он тогда был как губернатор, скажем, уже что, восстановить поселок Потеряев, соответствующим комитетом произвести все надлежащие мероприятия, но они по сей день не проведены. Все делаем сами. То, что столбы у нас, это электричество, это мы все сами доставали столбы, закапывали, провода где искали, протягивали, это все делали сами. У нас это по деревне линия как бы нелегальная. Все. Но зарегистрировали. Дальше что? Ну, строятся, люди стали, сделали объявление, мы объявление сделали во многих даже средствах массовой информации, по Первому каналу показывали, наше объявление было. Кто желает поселиться, но первое, что человек должен засвидетельствовать, что он не курит, не пьет, не сквернословит и не вор. Вот эти четыре. Желательно, чтобы был православно верующий. Желательно. Но если человек он не заражен этими заразами, то он тогда легче воспринимает истину. Нет ничего не запечатанного. А если эти заразы, он пьяница, там, или вор, или сквернослов, это очень трудно от этого. Ну, вот, к нам приезжали жить, были, значит, из Казахстана приехали люди, с Красноярска были, с Новосибирска, с Барнаула, в основном молодые, вот семьи приезжали из Барнаула жить. Строили все сами на свои средства. Трудно было кое-как, но строились. Вот. Стало дети в школу. Самое трудное было на втором этапе это зарегистрировать школу. Чтобы получить нам этот статус общеобразовательной обыкновенной школы, брату пришлось в Барнауле только 35 раз посетить разные дистанции. Там и прокуратура, и образование, там и к губернатору, и к мэру, и куда только, кого только возможно, невозможно. Наконец собирается сессия в районе, нас приглашает, меня и старосту Игорь Александрович приглашает на сессию районную. Наш вопрос разбирался с седьмым. А до этого вопрос, это я никогда не думал, что депутаты, вроде люди серьезные, разбирают такие вопросы. Как поставить умывальник на базаре? Ну, умывальник поставить, руки умывать, ну, вот взял, кто поставил, и все. Как принимать, значит, пустые бутылки, сдавать, тару принимать? Это депутаты на сессии разбирают. Потом выступает начальник милиции и говорит, да, вот у нас, мы знаем, что гонят там эту паленую водку, знаем адреса, знаем, кто гонит, но ничего не можем сделать. Начальник милиции знает, где торгует и уходит, и ничего не может сделать. Так зачем он нужен, начальник милиции? Не нужен тогда совсем. Вот оно потом наше. Значит, выступает разное. А почему вам бы нанять там личного этого, учителя, частного? Я говорю, а кто из вас нанимает? Нет. Можно возить их там в город. Кто из вас первый класс возит за 15 километров от дома, зимой по бездорожью? Кто-нибудь возит? Нет. И вот туда-сюда, потом встает один был он, директор там строительного управления, немец, фриц, он встает и говорит, значит, мужики, я не пойму, говорит, вы же русские все сидите, и русские вас просят. Но я, говорит, немец, ну вы-то все русские, почему, говорит, вы такое отношение у вас? Что мужики просят у вас, что-то, говорит, отнимают или что? Ну ничего, только дайте нам учителя. Учителя у нас дипломированы. Университет закончился, дипломы не куплены. Нормальный диплом. Все, в советское время получено. Да. Но ничего не решили. Но потом, видать, они уже там приняли решение, что школу, значит, у нас как филиал Корчинской школы. Учителя наши в штате Корчинской школы состоят. 9 класс, у нас до 9 классов. 9 класс экзамены сдают наши ученики Корчины. Ну вот так вот. Много было каких-то и препятствий было, но скажу я сегодня с сожалением, что больше препятствий в нормальной такой жизни и устройстве поселка было не от внешних, а от внутренних. Вот это очень печально, это очень трудно перенести, когда свои близкие, которые говорят, вчера мы вместе ходили в Дом Божий, а сегодня, я бы, говорит, перенес, когда бы, если враг меня там поносил и на меня поставил, вот я легче бы перенес, но когда близкий мой, который вместе с одной чашей ели и пили, и вместе храм Божий, и тогда восстают, вот это очень трудно, но и это приходится. Апостол Павел об этом же и говорит. Много претерпел, говорит, и извне, говорит, и изнутри от лжебратьев, поношение, все. Дело свое делал, какое ему Господь поручил. И мы продолжали дальше делать. Сегодня у нас не так много здесь. Кто-то уехали, у нас есть семьи, которые уехали в Грецию и живут. Вот это сын этой Просфоры, старая бабушка подходила, Серафима, да. У нее, значит, что, снохана гречанка, они там все родственники уехали, у нее семья там живет в Греции. Вот. Одна семья в Германии живет, она была немка, жена там. А одна семья во Франции уехала. Я так смеюсь, говорю, надо, говорю, нам на этим канцлерам что-то обращение, мы поставляем им работу, чтобы какой-то дивиденды хоть получать, что ли, с ним. Ну вот так вот, кто-то уехал, просто ошибся. Ошибся в выборе место и общество. Думал, что здесь так, а здесь лишь не так. Были такие, которые обещали, что этого не будем делать, допустим, там пьянствовать, но начинали, поэтому мы увещевали, 2 раза увещевание даем, там, потом 3-й раз собирается общее собрание, и общее собрание принимает решение. Приняли решение освободить. Как раз уехали. Кто-то другое тоже ошибся, что не так. Вот. Но у нас устав такой, устав у нас, значит, не только как церковный устав, это само собой. У нас, я даже как-то Никита звонил, когда приглашал, так напомнил, у нас устав так, что... Но я это когда стал служить, я уже так, что кто бреет город, допустим, у нас это как оглашенное. Уже я и в алтарь не запущу, я только исповедно причащать, я не причащаю. Потому что этот человек спорит с Богом. Бог дал образ, знал, как сотворить человека, поэтому это было принято, даже на соборное решение было, в русской православной церкви было соборное решение, что когда умирает, говорит, братобреец, то его, говорит, не отпевать, свечи по нем не ставить и панихиды не творить. Потому что, как говорит, блудодейный образ к этому. Поэтому у нас это в уставе есть. Теперь внешнее положение, у нас в деревне устав так, что у нас женщины без головного убора, или там короткая юбка, или в брюках, у нас это запрещается. Мужчины, кто? Рубашка под поясок. Должна обязательно. Если это не на выпуск, не в брюки, а рубашка под поясок должна быть. На территории деревни у нас курить запрещается. Когда приезжает даже у нас там администрация, я приглашал тоже администрацию района, но, по-видимому, с погодой не приехал. Я приглашал там главу администрации, там главного ветврача, который помогал нам, но из-за дороги не приехал. То они однажды был Беляев, такой у нас глава района, но приехал, и пока у нас это прошло мероприятие все, потом трапезы, потом мы еще пошли гуляли, и когда мы прощались с ним, он мне руку, Аким Тихонович, говорит, что я говорю, так удивительно, я, говорит, больше 20 минут без папироса, говорит, не могу, говорит, это, говорит, 4 часа прошло, я, говорит, не закурил еще. Я говорю, брось сейчас, больше не кури. Ну, то есть здесь не закурил он, значит, нельзя курить. Бросить. А? Да нет, конечно. Ну, дело в том, что когда это вот такое, что у нас даже приезжают, то мы запрещаем. Они говорят, ты ушел, если куришь, уйди туда, зайди за территорию деревни, там покури. Это у нас в уставе. Устав такой, что без разрешения хозяина ничего во дворе его не брать. Если взял хозяина не то, напиши я, Саш, что я взял лопату, лом там или вилы, что-то взял там во дворе. Помощь какая у нас сегодня. Каждый строится сам на свои средства. Мы вновь дали объявление, кто желает, значит, жить по такому уставу, милости просим к нам. Вот. Но строится сам своими силами на свои средства. Но помогаем, допустим, фундамент залить один нет, мы там собирали, залили фундамент, или крышу поставить, там это уже как помощь, там один день это бывает. Сегодня мы можем уже оказать даже помощь такую, что если человек приезжает откуда-то, ну, малоимущий, скажем, мы можем помочь таким образом, что наделить его всей скотиной. Я могу там несколько баранов выделить, чтобы он развел. Но это не просто, а мы даем так. Дал тебе, вот ты бери, там кто-то может брат корову дать, сегодня ему там другой свинью дать. Разводи хозяйство, живи. Когда разведешь, там 5 лет, 7 лет пройдешь, то, что ты взял, тогда вернешь. То есть даем хорошую удочку, лови, начинаем. Вот такое, значит, у нас по уставу. Ну что еще? Школа пока у нас еще действует. Вот в этом году у нас выпуск, 9 класс, 2 ученика. Никита и Аня. Двое. В 9 классе двое. У нас всего 11 учеников, 3 учителя у нас. Было у нас больше с разъезда, а сейчас разъезд разрушили. Взяли в прошлом году, вокзал сломали, мы его арендовали, 17 лет арендовали потом. Брали в аренду. Ну, безвозмездно аренда. Мы приходим, вокзала нет. Сломали вокзал. Ну, хороший кирпичный. Зачем? Непонятно. Ну, законсервировали, в окна заложили стойку. Сломали, снесли, все, а я развалинности лежат, они ничего нет. Вот это действительно, это русское только может так быть. Ну разве можно так это делать? И все так, это горы сейчас, там этого кирпича, и все. Ну что, вопросы какие ко мне? Что? Вопросы есть? Есть вопросы? Подожди. Так, кто хочет слово сказать? Пожалуйста. Есть такой журнал, называется «Охрана», Министерство внутренних дел. Это центральный журнал. Но представители краевой милиции приехали, здесь были. Он когда-то так корреспондент, Галенко, может, знает, Влад. Ну, побыл здесь. Она приехала, Захарова, секретарь городского УВД Марнового, она походно оделась, и даже как будто она член нашей общины. Ну и мы стояли где-то, и мы присудили первую премию в Останкино, по Потеряевке. Но он говорит, я приезжал с первого года, когда еще не было даже. И наблюдал тут еще одна деревня 45-го, точно так же, смотрел, начал восстанавливать. Игорь, сколько у него грузовых машин было? 45. Представьте, какой богатый приехал человек с машинами. Там двухэтажные дома строили, все в прах развалилось, ничего нет. Я наблюдал за теми людьми и потеряют, они одновременно вначале. Почему? Главный цемент – это вера. Мы сразу сказали, строится вот по уставу, который в городском отделе юстиции, на старинных, благочестивых, русских, православных обычаях. Вот это традиция. Говорят, а традиция, а что традиция-то? Надо их знать сначала, посмотри картины, суриков, как одевались люди, как жили. Это молитва. И вот первый батюшка не говорит, первая пасхальная ночь была, когда у меня на подоконнике от алтаря его. Это все было. Широчкой отгородился. Как это было, приезжали люди. А потом уже дело коснулось храма. Без веры, хотя бы процветающий рай был, но превратиться в ад. Там начали что? Блудить, где строились, он знает, вот он как раз оттуда приехал, один из всех поселенцев, того поселения. Полностью разрушил. Воровать начали, ну, пить и все остальное. Вера. Если веры нет, значит, полное обмерщение и смерть. Для чего все это начинает? Конечно, нас спрашивают, когда был городской краевой администрации, но у нас вот не пить, не курить, там, не лотериться, не воровать, не угать. У нас в краевой администрации ни одного такого не было. Кого поселять-то? Мы, говорит, в статистике лжем, обманываем, там, курят половину, матерятся и прочее. Это кажется просто. Это вот у нас посты никто не нарушает, это так принято. Вера православная, это единственное, это мы так понимаем, то, что помогло бы встать в России, но надежды практически нет. Мне очень понятны слова патриарха Кирилла, когда он вернулся с Дальнего Востока, Что интересно, когда я проехал до Дальнего Востока в прошлом году, и говорю, знаете, просто развалено. Ничего нет. Да как может? Да столько монастырей строится. Я говорю, подождите. Это сказал патриарх Кирилл, святейший. А ну тогда дело другое, тогда так. Вроде не слова, не дело, а кто сказал. Мы должны реально смотреть, какое положение. А выход какой? Вернуться ко Христу. Должно быть духовное рождение свыше и положить на это все. Это вот в этом весь патриотизм. Патриотизм для небесного Отечества. Тогда понятно, для чего мы живем, суетимся. Все умирают. И патриархи, и Березовские. Но душа где будет? Возлюбила ли она Господа? Если вот это здесь есть, значит и храм красивый, все пойдет. Если этого нет, в России было сколько? 57 тысяч храмов, 1275 монастырей под корень. И кто вчерашние православные кушили? Сегодня загадка. Как это? Без Бога. Поэтому, если это нас касается, пусть этот день посещения вот, владыкой Максимом здесь будет, ну, как говорится, памятным днем для нас, что он положил такие труды и приехал. Ехали до капота, говорят, почти там номер потеряли от машины где-то в воде. Вам это запомнится. Вот это маленькое такое место, где поставлена была задача. Не зарегистрировать, ни статус не получить. Господь как-то все удаляет, удаляет, и наконец, ну, жизнь-то идет. По славу Божию. Да, ну все, идем с тобой. Я бы хотел еще чуть-чуть. Архиереи все очень много говорят. Даже один губернатор жаловался московскому патриархию, что говорил, вот, владыка на приеме говорит, и конца века нет. Да, тут, тем не менее, я хочу сказать, что вот эта вот наша сегодняшняя встреча, и даже не встреча, а вот выступление слова отца Акима, Игнатия Тихоновича, мы должны услышать. Я себе говорю, и вот моим спутникам. Они говорят о том, что они предприняли, как они жили, и вот как вот на сегодня это волнение, переживание, чтобы сохранить общину. Мы тоже в этом видим настойчивость заметно и сильное упование на Бога, что вот, казалось бы, тут безысходно было, а все-таки получилось. Не силе Бога в правде. И действительно, вот где чистота, то там уже благодать Святого Духа. И человек сияет радостью, несмотря на скромность вот, храмов, обыденность, жизни, одежды, тем не менее, вот это изнутри красота. Сегодня это уникальная община. И я бы хотел, чтобы наша епархия, наше духовенство, наш народ брал все самое лучшее, отец Аким, в вашем примере, в первую очередь в примере умения делать церковное дело, приходское дело, наладить быт. И, безусловно, конечно, умение наладить быт и семей домашние. Вот на сегодня такого единства храма, священника с приходом, но, может быть, только возможно где-то в небольшом селении, в районе уже это трудно, в районном центре уже трудно сделать, не говоря уже за город. Поэтому вот этот ваш пример, он очень уникальный. Мне хотелось бы сказать, что наша семья, многодетная семья, мы тоже, как вот вы рассказывали про приход и восстановление, тоже было достаточно сложно и трудно. Ходили в школу, и ходили в храм. А в школе мы портили статистику. 11 детей, и не октябрята, не пионеры, не дальше. И поэтому директор школы очень сильно лютовал. Лютовала вот эта вот как бы ненависть, она выливалась на детей, которые были беззащитны. И, в общем-то, сполна включились, получили. Были 3 суда, по всему Советскому Союзу показывали 3 суда. Нас хотели всех забрать, в интернат отдать. Вот, и в газетах пропечатали. Вот, но прошло время, не озлобились нисколько. Я, будучи игуменом Тобольска, приезжал в Караганду и после службы решил с братьями посетить директора школы. А он был уже, конечно, не директор школы, но был живой. И мы к нему приехали в дом, Он был во дворе, когда увидел, что мы подъехали, вышли, верясь с крестами, локти. Он зашел в дом. Мы подошли к двери, посвящались, молитву прочитали Иисуса. Он сказал за дверью: «Вы что, приехали бить?» Такой ответ был. Но тем не менее потом вышел, и он впечатление такое, как будто он провинившийся школьник, и что-то пытается говорить, как он учителей хоронил, как он заботился, и все говорит, говорит, боялся замолчать. Потом, когда замолчал, была такая пауза, жалко было его. Я ему сказал: «Иван Васильевич, вам бы в храм сходить». Вот. То есть вот эта вот встреча, знаете, я к чему все это говорю? О том, что у нас у каждого будет такое трудности, должны быть. Но нам вот бы не сплоховать, а вот выдержать. Вот это, конечно, действительно, вот тут приятно, приятно, радостно. Я хотел действительно еще раз пожелать всем нам, насколько возможно, снисходить друг к другу ради того, чтобы было развитие церкви, сохранение церкви. Ваша община во многом, я закончу с чего начал, во многом может и являться нам примером. Во многом. Вот, при всех сложностях, трудностях, единство наше должно быть, отец Аким. И я бы с удовольствием приезжал и служил, вот, как бы только первый раз пригласили, не получилось. Вот. А когда сейчас сказали, пригласили, то я сразу же, конечно. Ну, позвольте еще раз поблагодарить вас и за беседу, за наставление, за исторический экскурс. Очень дорого. Я думаю, что нам очень интересно, мне лично интересно было. Живя здесь, в епархии, как бы вас ни разу не посетил, я очень давно хотел. Какой-то даже округ. Вы проезжали сколько раз. Но я не могу приехать, когда нет приглашения. Просто нет. Вы рассказали о своем детстве, как у нас, в общем-то, похоже очень. В нашей школе мы здесь учились, что не были октябрятами пионеры, только одни мы. В нашей семье. Нас просто обзывали Иисусики, Христосики. Ну и нас тоже. Бумаги верующие. Да, мать хотели сколько раз, мы отнимем детей, но наша мать так сказала: отнимите, отнимайте. Вы будете за них, говорит, пред Богом отвечать. А пока, говорит, они еще эти, я за них это вот пойду, говорит, когда в армию, пусть, говорит, хоть в партию вступает, хоть куда, говорит. Но пока мы это никому не разрешало. У меня был такой инцидент, и вот как проучить, я говорю, точно так же. Я как-то поехал в соседнюю деревню, но это было уже лет 15 назад, смотрю, у знакомого там наш деревенский, сидит старушечка такая, сухонькая, маленькая. Я принялся, говорю, ну что не узнаешь? Кто такой Елена Ивановна? Учительница. Вот, а она была так, когда проводит, ну и в школе там, Бога нет, коммунисты самые честные, лучшие люди на земле. Но я домой пришел, а у нас как, за стол садиться, всегда молились. Отец у нас был не очень так это верующий, глубоко, но за стол молился всегда. Мать у нас больше, была. Но отец был глухой, с войны он был контужен, глухой, сильно глухой, и одной руки не было по самое плечо. Но теперь я уже коммунист, я за стол не помолился, стала выходить, то у нас помолишься и говоришь: спаси, Христос, там, тять и мама там. А это я уже: тять, спасибо, мам, спасибо. Пошел. А отец-то понял, что-то не такое. Он матери: а что такое? Он не слышит, а что такое? А мать ему перевела. А он говорит, что он Бога нет и коммунистом хочет быть. Отец сразу со стола встает, а он сидел всегда как на славках, вот так вот. И здесь иконы, как говорится, в шестом углу, он всегда сидел под иконами. Он выходит, встает, а у нас такая матка была, и там барон зубы набили, там шапки вешали, у отца висел ремень такой на две дырочки военный, был такой широкий такой, помню, ремень. Отец меня берет так вот за это место, между ног вот так раз, голова моя там, задница здесь. Мать, подай! Мать этот ремень подает, он говорит, как он начал. А у отца рука была над нами, но она сильная. Вот он, вот такая сечурка, он так вот топором и через плечо поднимает и бьет. Вообще была сильная рука, он по два раза не бил, если где драка там. Пьяный бывает, он один раз ударит, и как он со своей махой, как мне ремнем-то, как сначала. Я вначале кричал, и кричать, мать была отнять, что это, он: уйди за шубу! Но мать, только на кухне там: Господи Иисусе, Пресвятая Богородица. Ну, отходил он меня, ну, отмочила мать на печке за неделю, то все, записи заживала, все. Больше я, говорю, Ох, если коммунистом я никогда. Это был второй класс. Ей прошло ровно 60 лет. Я помню, как все. Вот я встретил, когда я говорю, Ульяна Ивановна, а вот такое было. Ой, нет, Аким Тихонович, это не я, наверное. Я всегда на Пасху яйца красил. Это, говорит, наверное, Платонов была, там еще была вторая ученица. Но я уже не стал утверждать, но она сидит такая, ну вот такое, как, почти схоже, везде одинаково было. Так, ну идем. У нас папа шахтер был, компаньон. 42 года под землей проработал шахтер-компаньон, фронтовик. И когда мы шли на Пасху в храм, у нас 10 братьев, одна сестренка, Маша 10-я, то там комса и милиция с собаками вокруг храма. Всегда воронок, а то и два. Вот мы идем в ночь в храм, он нас держит, мы уже знаем, что будем. Мама всегда боялась, чтобы кого он не убил, потому что воевал, понимаете, тяжело, потом бежал с плена, 1,5 месяца в плену бежал, голодал. И после войны еще 8 лет дали за какие-то шутки, там, за какие-то там петлицы поменялись, реформа. За то, что там суп червями был, он сказал, вот такой, 8 лет, ну не расстреляли. Вот 15 лет он за упокой его пели, вот, он потом возродился в 30 лет с мамой. Так вот он нас ведет в храм ночью на Пасху, и всегда мама переживала, вот, чтобы сильно, ну сильно, понимаете, могут посадить. И вот подходит, там комса стоит, полиция, собаки, вот, и все пропускают. Можно, конечно, пройти через кладбище, я проводил, по 20-30 ребят проводил через кладбище, через дом священника, но тут принципиальный вопрос, из принципа. И вот подходили к этой комсе, вот, и вот они, отец говорит, я фронтовик, я воевал, это мои дети, у них у всех крестики, кто ты такой? Понимаете? И вот такой момент был. Кто-то лез проверять крестик, понимаете? Такое было. А если бывало без отца не получалось как-то так вот, не там, то вывозили воронок в милицию, отрезвитель, а уже на утро выпускали. Это было как-то традиционно было. Ну и когда вот суды эти были, 3 суда, то в школе часто поднимали, ну и как бы высмеивали. И директор школы на линейке говорит, ну-ка, попик. У нас папа комбайнер, шахтер, понимаете? И тогда уже пророс его. Ну-ка, попик, расскажи, как ты вчера лбом пол бил. И вся школа смеется. А школа большая. В храм приходила, за волосы вытаскивал со службы. Там все рядышком было, вытаскивал. Он такой был немножко, как бы, не совсем уравновешенный, что ли. Ну, партийный билет. И тем не менее, видите как, когда уже посетили его, нужно сказать, что Господь у него всех детей забрал. 2 дочери пропали, сына убили в карьере. Вот. Да, а он так настроил нашего 3-го брата, он настроил против отца. И братишка пошел в пионеры, вступил, все, и пришел с галстуком, и начал папу дразнить. Ну что такое отца, понимаете? То есть удивительно, Пашка, он был такой очень дерзкий был. Вот папа его выпорол, как бы рассказать примерно так. Вот. И тот убегает с дома к директору, на основании этого суд, 3 суда, все трансляции по телевизору показывали. Вот. Такая ситуация. Но все это было, все это было. Но ничего нет, злобы никакой, ничего нет. Слава Богу. Спасибо, Господи. Сегодня, братья и сестры, время очень благоприятно. Никогда такого, скажем, что в России не было, чтобы такая свобода была. И для труда, и для слова, вероисповедания, для веры, для благовестия, что никто нигде, иди, пожалуйста, никто тебя не остановит, если только свои же ближние, если не помешают. Сейчас на улице. Так, ну, А где у тебя шнур-то? А? Шнур где? Там, здесь есть. Шнур с собой? Да. Подсоединяйся здесь. А то он кончится. Все, проходи. Давайте, проходи. Да ты что? Ой, держись. Скорее, сестреночка. Спаси Христос. Ой, сестреночка. А правильно надо здесь? Да, все правильно. Да. А вот это вот у нас здесь хлебопекарь будет. А вот, да, ну что? Держит. Ну это для лагеря. Да, ага. Это там, а там он дальше, это лагерь. А выпекают печь, да? Нет, сейчас придет до лагеря. А вот это ладов, что продается? А, теперь мы узнаем, что такое ладов, да? Видите, на северах, на других, там еще сохранилось название и назначение такое же. А сейчас уже... Такое, значит, сейчас уже... Объяснял? А когда поедет? Ага. А тут моя голубятня главная. Ага. А? На месяц у нас заходит. Да что вас слушать? Это голубятник. Голубятник страшно. Как это все делалось здесь? Никакой техники, это все. Видите как, столбы упираются в железную плиту. Поэтому туда залезть грузовые не могут. А чтобы вот эти, которые подпорки, это железные. А там скорее железные. Вот смотри, вон прилетел. Да. Скоро. У меня в саду было 120 кукурузников. Я на дороге убивал кукурузников. Они это самое ценное. Вот они недовольны чирикусы. Да. И вот его на этом поднимается. А там у меня 5 пар от голубей было. Залез колонок ночью, все. Так, Куликова схода. Да чуть-чуть Николай сейчас заплакал. Зашел в Кирилл. Там такие породы, стрижовые, много воронежские. Все порезал в воду. Он нет, он просто режет. А большой у меня голубятник продает там. А то смотрите, сейчас так занято. Самое удобное. Там место я скрою себе. Хрущев занимался, Узыкиной был, у Брежнева голубятня. Это пустое дело, но оно для души, как роза. Ну как вот цветы, хотел сказать, цветы да, выращивают. Пользуется такая же, не для продажи. Ну, да. А это вот, где все у нас беспокоенно было насчитано, называется скворечник. Да. Вы не подумайте, что такое маленький. Одновременно 60 человек на пресс-конференцию слазили. Показать? Давай заглянем. Ну ненадолго хотя бы. Фотографируй на фоне фотографии. Голубятник. Голубятник. Ну-ка, встань поближе, попышнее. Давай, поближе. Это знаменитая голубятня, она весь мир известна. Не менее знаменитый Игнатий Тихонович. О, зайдемте туда. А там, видите, распятие на ней, вон как тут. Да, да, видно, видно, вот видно. Да. На дощечке, на дощечке. Да. А это наша машина. О, как. Это полноприводная. Полноприводная, да? О, как хорошо, вездеход. Были в Владивостоке, на фотке, до Москвы в прошлом году прошли. Да, ну, это вот видите мост впереди. А что свет горит? И сзади. И в задний мост. Вот. Да нет, думаю, солнышко светит просто. Так, вот это, владельники машины наши. Вы знаете, у меня еще принадлежит 33 государства пройти. Ага. Если все благополучно будет. До Израиля. Всю Европу, Англия, Скандинавию, Прибалтика, Южную Республику и Чечня. Да? Да, все на все. Чечня, серьезно? Ну, уже везде там в разных странах людей собирают, чтобы выступить, и уже готовят монахи, там, степископы даже. Мы едем с большими дарами. Давай, доводитесь. Пойдемте посмотрим. Это грузопассажирская, видите, да, как хорошая? Видите, откуда провода из дома. Вон лагерь, вон там где. Это туда. Отдельно провода идут на ткаче. Вот там такой завод, они помогли нам лодками, шлангами. Там Барнауле, да? Да. Заночек. Ну ладно, шарик, шарик. Шарик, шарик. Громадная дверь. Ну да. Охрана. Оружие, оружие, молодец, молодец. На обед заработал. Колокола тоже. Я занимался уголовным розыском. Ну и, естественно, это связано с милицией. Жил около железной дороги. И там грабеж большой. А у меня две собаки мощнейшие. Я их задержал, они там холодильники, ковры, масло выбросили. Я их заставил обратно все забросить. И взял с них слово, что они больше никогда не появятся. А милиция узнала, и на утро ко мне... Кто воровал? Узнали все, что я на брата затащили. Я говорю, они мне дали слово, что здесь больше не будут, поэтому я не могу сказать. А они это узнали. Проходит какое-то время, и один приходит, говорит, вы помните, отец, вот такое было, да. Там машина опрокинулась, она не везла воск и колокола, там под землю буквально ушло. Мне раскопали, мне привезли подарок. Преступники, уголовники. Одним ребятишкам, которые... Просто поразились поступком вашим. Да, рядом, ну... Останавливаются поезда и грабят виноград. Утром стучат ребятишки. Вот такие вот. Я выхожу, а тут ящиками виноград стоит. Деда, ты нам рассказывал о Боге, расскажи еще. Я говорю, сначала ящики утащите на место. А то меня с вами вместе с виноградом, да? Видите, как Бог делает. А это вот крылья разные. Тут у меня ручной был коршуненок вырастил. Я птицами занимаюсь всю жизнь. Ну и... Ну, молодой еще был. И утром мы стали молиться, а дождик шел. Он за грачами полетел. Он прилетает, садится, тут с нами вместе ест. И он крылья как раскинул, а на повороте высоковольтная, это его убило. Я написал стихотворение, его положили на музыку, и дети пели и плакали. Потому что его он не доедал, что его кормили мясом, а дикие прилетали. Они долго над лагерем кружили, искали его. А для детей, знаете, это урок. Вчерашний враг, я его специально разорили, что голубей таскали. Ну, а он получился другом. Теперь ради него я диких голубей колю. Наоборот, перевернулась. Вот. Я еще немного покажу. Смотрите, вот это вот стол. Вот, видите как? Сюда. Свадьба. И сюда. Это скамейки. Скамейки в разобранном виде. Там, зайдемте дальше. Ага. Это, здесь тоже 20 человек, 10 человек. Теперь и на той стороне. И поэтому здесь 60 человек помещается. Свободно совершенно. И не подумаешь еще, тут все, да. Тут 13 квадратных метров, он маленький. Я могу только показать. Ну, здесь все хранится и для лагеря. Мне же лагерь надо обеспечивать. Постельная принадлежность, питание. Я забираю такие там и беспризорных, только нет. Я и сколько комнату, у вас лагерь, сколько человек за все лето? Мне ничего нет, минимальная пенсия. Нет, нет, я имею в виду количество детей. Сейчас мало. Раньше было у меня в среднем 108-109. Ну, да. Я открою только, чтобы посмотреть. Это вот пьючка, это я делал. Я все люблю компактно. Шагните сюда. Но вы отсюда посмотрите. Это, видите, как наровне. Три. Там три. И по два человека. А когда холодно, малые дети, я их поперек укладываю. Это все еще новое производство. А сейчас покажу там русские. Видите, ничего нету, и в то же время все есть. Вот это из ничтожное, здесь полезное. Позвоните кому-то. Вы говорите, все есть, Вы говорите, все есть, потому что человеку что надо, если по-христиански, что ему надо. Поэтому действительно все есть. Имея пропитание одежды, мы будем. Ну, конечно. А если завелись в голове там, или в сердце, ну, конечно, так и будут стяжать, и чудо-то мало, и мало, и мало. Загоняют так, загоняют. Это колодец выкопанный. И как водичка? Отлично. Пойдемте там попить, пойдемте сюда. А там не отключена она? Подключи, подключи, узнай. Никита, иди сюда. Подключи розетку вон там. Вон, вот эту черную, туда, в эту, висячую. Вилку вот эту, да, 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 подключи сюда. Давай. Все, спасибо, Стас. Молодец, Олег, молодец. Одна вот такая была, другая вот с углублением. Только на такого написано была лента какая-то. Купяк все была, да. Вот какая вода, попробуйте. Сейчас выпью и скажу вам нечто. Это же колодезная, да? Да, вот сейчас колодезная. Скважина, да? Нет, нет, нет. Нет, нет, это... Я сейчас кое-что расскажу про колодец. Что будет, попробуем? Несколько дней назад мы с кем-то разговаривали и говорили про воду в колодце. Я думаю, вот бы напиться холодной воды из колодца. Несколько дней назад. Вот посмотрите в колодец как. Это деревня просто все должна уметь. Сама ископать. Вот это вот такая есть... Ну, не знаю, какой-то завод железобетонный. Это мне привезли. А вот это вверху... Бетонное кольцо мы сделали, а дальше больше объема кольца, чтобы больше объема. Ну, не пьяные были, разгружали, одну расколотили, вот она лежит. Ага, ага. Это где-то 6 колес, туда идет, около метра воды. Это качает. А это вот даже если кто-то случайно упадет, ага, для него веревка, и там на узлах, чтобы бог вылез. А она не страшная. 6 колец, конечно. Там кольца, вот это вот метровое, а там полтора. Да, а шапка, чтобы она не провалилась, вот тут же. Самое что богатое? Воздух, вода. Что еще богатее может быть даже для человека? Воздух и вода. Так, поднимите крышку, ребята, крышку сюда, поднимите на меня. Вот так. Так, а колодца, постойте, я не успел сфотографировать вас. Да не такая легкая, я хотел пальтишко накинуть. А потом думал, вдруг ливень будет. Возле колодца, жду. Я там провозился с вами. Может приоткрыть чуть-чуть его, нет? Так, поближе, наверное. Да, колодец. А, ну точно, что-то не то сказал. Никита, отойди. Никита, там есть. О, пойдемте. Я же все рассказываю. Мы этой дорогой пройдем. Сюда вот, колодец. Все пройдем. Ага. Хорош. Не, а можно лучше прямо? А? Или вы склады хоть? Еще хочу показать. А, ну ладно. Пойдем, я кое-что покажу. Ох, тут столько еще рук, сил, что в это. Это вот парник называется, рассадник там. Здесь все своими руками. Здесь сколько заложено, не перед. Столбы, все сами своими руками. Видите, братья? Каждая жертва раз руками. Да. Вот отец Аким сказал насчет это отца. Почему у него рука была такая сильная? Потому что одну нагрузку. Так и здесь люди работают, нагрузка, руки другие. Тут слишком не разжиреешь. Нажимаешь, она не дает, не видишь. Вот нас в Караганду ссылали, когда людей вот такие землянки рыли, чтобы выжить. Ссылали. Вот это первая земляная, где пчел хранили. Как называется вот... Видите, она полуземляная, с хвостом земли. Амшанник да, называется. Колышки набитые и поштукатурено было, но это уже лет 10 назад. Вот два склада бетонные, кирпичные, вот. Его ремонтировать надо. Погреб. Два большие склада вот здесь вот для хранения. Вот загляните на минутку хотя бы. Это с одежей, с обувью, вот два склада. Я примерно 70 человек мог одеть вновь приезжающих. В летном училище вел занятия. И когда размонтировали, а у меня с генерал-полковником Пьянковым были хорошие отношения. И отдали, ну, за счет холоста кителей, 100 брюк, 100 шинелей. Мы постирали там, привезли, кто приезжает, всех награждают. Ага. Как ничего будто бы нет. А это столовая. Стол такой, что если люди новые приедут, что можно было вперед стола людям постелить и положить. Ну, да. Это я должен иметь 70 матрасов, видать, 100 разных подушек для приезжающих. Ага. Там грязь, наверное. О, наверное, обойти. Это ваш скот, да? Грязь. Нет, например, по колено грязь. Нет, здесь грязно. Не будем заходить? Грязно здесь. Мы обойдем оттуда. Вот, вот посмотрите. Деревенские коровы. А то овечки, это сейчас у меня дома, а сейчас здесь вот эти еще пополам. Пожалуйста. Чем человек жил? Поэтому жили праотцы. Не воровали же они. Не компьютерными играми занимались. Там какие-то тряпочки навязаны красным. Ну, это мы замечали, там, у которой маленький ягненок, там, который там что-нибудь так. Метки такие. А это вот самый первый амшанник был, туда, внутрь. Но происхождение его такое. Здесь была барсучья нора, и мы тайно проходили, чтобы не натоптать. И вырыли туда, и подземная там была церковь. И там продукты, кто приезжает, тайно священники, и дети залазили, это в кинофильме показано, туда, в нору залазим, а дальше там уже делали, как хотели. Там можно было молиться, и все. Но никто не мог найти, здесь КГБ каждый год искали. И таких мест, это 6 у меня хронов было. Знай наших, вот так вот. Пойдемте вокруг, и туда выйдем. Пешка, потому что зимой можно было бы. Сейчас уже, наверное, говорят, что сейчас уже, наверное, некоторые могут слышать, но не слышат того, что говорят. Говорят, что ничего нельзя делать. Что-то делать. Каждый день дорог. Бери, пожалуйста, полку поставь. Дождь идет, дождь идет. А у них как дождь, так они кино смотрят, ничего работать нельзя. Я опять дождь, а мы молимся, чтобы дождь был. Понятно. Что вы делаете? Тело гниет убирать, а нет, кино смотрели. Так у вас лагерь это трудовой, да, лагерь, да? Да. Лагерь труда и отдыха. Ну да. Вот так вот. А я разбился, говорит, труда без отдыха. Нет, отдыха очень много. До обеда работаем, в огороде, дрова пилим. А после обеда идут занятия, подготовка к концерту. Концерт в пятницу до костре. Костер, особое место. Ну, правильно, глубокая яма. И такими вот ярусами называется вигвам и подиум. Тут делов вообще ничего не сказать. Вот сколько столбов, это 500 лишних столбов это закопали. Вот эти вот награды. 60-й раз. Люди, которые ну, не деревенские, они не понимают. Он смотрит, да, ну вот, а как он делает? Это все с нуля, с лопатой. Нам дня не хватает, поэтому днем мы намечаем, где копать. А утром рано в потемках ногами нащупал, где ямка. А теперь яму копаем. Это для лагеря линия особая. А вон там высоковольтная ее 10 тысяч. Вон. И там сделали вокруг большого метра, все полностью для сиденья порезаны. Потом их сшиваем, чтобы вокруг это сделать. И над костром идешь, чтобы большую рыбу жарить можно было. Но до этого не дожили. Все маленький пескарь попадается. Здесь раньше на деревьях было, там все здесь скотные дворы стояли, вот сохранили стены свинарника. Вот здесь все это скот на дворы стояли, много было коровы, там телята. А вот дальше это лакомство, ну как оно, лакерное. Ага, вот видите. Мы оттуда питаемся, у нас все зеленое, там ягоды, где-то. Малина, крыжовник, смородина, облепиха, все на стол. А сели вот, еще батарейки. Вот дальше видно, вон видите, стоит как дым, да? Это Корщинский элеватор. Вон на горизонте. Да. Это столбы оттуда только для нас, на нас они обрывают. А это молодняк. Вот. Ну, не успевает за стадом, по сути. Еще погода такая, как необычная. Мы же здесь родились, на степи выросли. А здесь просто бомб был 40 лет. И мы здесь от снега до снега. Так и... У меня крестный мой, папин брат, сверху второй, 55 лет пастухом был, Федор Леонтьевич Дмитриев, под Карагандой, город Сарань, туда ссылали тоже, 55 лет зубами скрипел, привычка такая была, ослеп, когда ослеп, уже слепой умирал, у него были сиденья, ну, сбруя, все, после кровати, седло, по 3 коня, по 10 собак, стада, такие были стада. Нас на лето родители отправляли туда. Да. На лето нас родители отправляли помогать пасти. Ой, все поветрено, губа облопана. Нас одного, говорит, раскулачивали, ну все отняли, руки кверху, я, говорит, стою. Сознавайся, что ты контрреволюционер. Он говорит, спасибо, Бог, сроду не был конным милиционером. Я уздечка под ногами нашли, ах ты контра, уздечку придал, коня ведь не куда, мне бабу запрягать что ли? А это что за трава? Резучка называется. Ага. Мы ее звали немецкая трава, это, наверное, немцы, говорю, нам забросили. Ага, вот. Володя, ты смотри, новое гнездо появилось. Видите, какое испытание проводится на крепость. Вот это из глины, да? Вот одежики, плетень сделаны. Так видно. Ничего. Это стройматериал. Это прокладники, да? Это вот. Да. Было там. А вот смотри, прямо ты. Смотри, маленький посел где-то нет. Каждый шаг. Это все остальные, эти столы, это самый важный. Это за лагерь. Так, фильмы вы увидите начало. Прошу прощения. Детский православный лагерь стан. Вот так. Вот так. Стан, то есть передвигается. Да. Стан. Вот кинофильм. Сюда подойдите все поближе. Сидите, я вам что-то расскажу, интересно, но нигде этого не встретите. Абсолютно нигде. Вот, это когда стала уже деревня здесь, мы сделали открыто. Это все было под землей. Вот этого не было, а она завалена, и мы коноплю рвали и садили, чтобы не дошли. Каждый год, когда она пристала, что было, ну, они находились здесь. Здесь что, лежали бревны. Бревны мы таскали, они ленивые. Но если бы бревна вытащили, то под бревном, если начали, то в одном месте они бы нащупали туда дерево, открыли там лаз. Лаз, например, вот такой ширины, длины, вот такой высоты. Но там картошка. Они ленивые. Картошку, если бы выбрали, тогда одна стенка поворачивалась. И тогда шел лаз со светильниками, вел туда вниз, и там делали что-то. Вот говорят, тайные киты, прочее, это мы делали. А рядом пустыки возникли, это были очень ведра везде работали. Здесь даже нельзя писать, сколько туда положено. И сколько было общины, сколько человек? Нет, ну вот работали здесь, вы говорите, сколько человек? На костре мы работали за человек 5. А на костре было 120 человек. Столько нужно было твердости, вот чтобы мы знали, другого нельзя, детей сохранить как. Мы им рассказывали о мучениках, чтобы никому никогда не сказали. И никто не выдал ни разу. Допрашивали, а по-настоящему. А где? Открыть кухню не надо. А ключ там. А, ну ладно. Ключ Здесь у нас два холодильника, электричество, вот здесь вот столовая. Здесь. Вот это вот столы и скамейки. Делать. Когда много народа, там второе. Две очереди было. Это разбирать просто нужно. Кормить. А это для полотенцев. Поэтому покрашено, да? Да. Пасхальный цвет. У каждого нет. Вот это называется мутаракань. Когда она подтапливается. И там под низом идет огонь, и с той стороны выходит. Это я пришли. Это что, баня? Баня не баня, это келья. Ночевать, ночевать. А вот здесь вот одна труба идет с этой стороны. Ну главное, чтобы не угорели, да? Никогда, она не может угореть. А сюда выходит. А пока идет, согревает. Согревает. А сам сот по трубе идет, да? Вот там специально. Она канал. Это же тепло идет. Трубу нашу, это все было бесплатно. И когда мы унесли. А раньше же были в подпольных храмах. В этих Успенском, Кубинском, да, поле. Ключи убраны. Тоже закрыто, вот здесь как раз ну, кормите, братья. А я вижу. Я же прекрасно все вижу. Вот это первый кирпич, это моя работа. А вон, а откуда выходит? Ну, кого-то научили, Игнатий, спичи делать. Да? Кому-то передали, да? Который идет из русской печи, а потом... такая голландка, чтобы она подогревала и подружку в печь, и тогда вот так вот. А вот самая большая башня. Это, смотрите, коробка. Дежурство где-то, что-то там, да? А потом дети здесь на ней караулили, они смотрели, где кошелье. Сусику спасали. Один наверху, а другой дежурит внизу. И тогда кричит, пошел вон, пошел вон. Мы сусиков хранили. Они сусики прям бегали среди нас. Она чистый зверек. Ну, такие. Такую историю. А это что, спонс? Колокольня, да? Да, вот, смотрите, вот. Сейчас, подождите. Баллон взорвался. Слушайте, хорошо. Интересно, уже это произведение скучно, смотрите. Это все устав. Три устава на обед. Один это аналой. Ты его убираешь, что там начинается Евангелие, видите? Утром. На молитву. Евангелие, что 4, 5 это самое опасное. Это террористы, коммунисты. Все обязаны бежать, пишут пожарные. 6 приехали в гости, уезжает, каждый 10 раз бьет. И таких колоколов, конечно, около десятки. Они в день несколько раз бьют, когда нужно созывать людей. Дети приучаются. Ребята, помогите от соли, вот немножко чуть понесите, чуть-чуть уже руку ставьте. Если честно, я даже не ожидал. Вот, видите, какая? Это я отремонтировал. Вот здесь, вверху, ласточки открыто было, не досмотрели, ласточки сели гнездо. Тогда общим совещанием дети, ну как, отдадим кельи, пока не вырос. И они тут выведут, тогда уже дети пришли. Да. А там синичка, трясогушка села гнездо. И все помните. Все, помните, и мы сразу загородили, чтобы дети знали, здесь птичка, пока не выведем, тогда обходили вот так вот. Это воспитание на воле природы, ребенка заложить, а природа это ребенок воспитает. Что вам видно? Оставьте стол видно, так, приходите. Вот дальше пиво. Вот. Ну, какие годы это формировалось? Начиналось, построилось. Какие годы? До этого каждый год дотла нас, кажется, 20 что ли раз сжигали дотла. И с 91-го года. Да. И когда более-менее сформировалось? Постоянно строили, наверное. И все-таки... Ну, из 91-го и где-то до 2000-го строили, нет? Нет, ну так, постраивали что-то. Детям нужно создать интересно, чтобы была игра, безопасно. Да. У нас на все системы наказания. Да вы что? Продавцов завязывают, ему надо платочек показать. Они не нет. Платочек. Я покажу. Платочка нет. Вот там деревья, ему надо сбегать и вернуться назад. Разово пользу. Все, память решил. другие дети забывают одежду. Пришел со двора и забыл, а родители говорят, все, уже потерял и, там, ботинки. У меня-то сели за стол, дежурные сразу посмотрели, собрали, счастье, можете создаться, дети знают, это баньки, на это нитки. Он обязан 3 раза вокруг лагеря бежать, махать одежду и кричать, я забываю одежду за стадом. А пока бежит, ему уже не 1-й, не 2-й, только 3-й попадет. Все, на один день память решит. Школа Олимпийского резерва. Мне кажется, он уже старенький, это не опасно, нет? 100 лет никто не сидел. Сейчас сковано. Да вы что? О! Это детям вот это батуты. Вот, понятно. Они залазят по судоводству, вот там сидят. Ну туда. Вот такие программы, чтобы у нас все деревни приезжают. И там до самых маленьких. Вот это вот козел, на лошадь подходит, ее на лошадь садится. Каждого сидели, катали лошадь. Ребенок должен знать все. Вот телефон изобрел мобильный. Не, радио мобильный. Нет. Мобильный телефон кто изобрел? Недавно, это же наше время, вот недавно, лет 10, наверное, лет 20, не просто. 40, наш русский. Не знаете, да? Это очень важно. Мартин Купер. Кто, что изобрел? Интернет. А, интернет. Дети знают, интернет изобрел. Наоборот. А, наоборот. Я тоже думаю, что это не то. Не-не-не, Мартин Купер телефон изобрел, а Тимберг шли этот. Вот так. И дети знают, кто президент, кто премьер-министр, начальник, конфуз. И все это. Потому что это вы готовите их здесь, можно сказать, даже и в разведку. И... А они так и есть, мы делаем. Вот это время есть, смотрим, посмотрим, где у нас есть вещи огород. А я рядышком пойдем. Вот сюда, выйдем, вот сюда. Давайте пролезем. Ну, пролезем, нет, вот, а, здесь. Вот. Идите сюда, вот. Все. Там вовремя жерсть сломалась. Давай. Давайте, на лагерь я вас покажу. Так, этот лагерь очень известный. Если первое место на международном киноконкурсе взяли, то фильм, он в Америке везде, там на то и другой. В каждом метро в Москве продавали. Вот так вот. Пойдемте туда. Пойдемте. Давайте вот футбольное поле. Вот, и одного окурка нет, да? Нет. Вот видите, ворота. Больше. Там и рукоход есть, и все. Вот сюда вот. Вот что такое рукоход? А рукоход это вот так лестница привязана вверху и вот на руках его посыпать. Отдельно брусья, 4 тарзанки, а тут только 2. Все это на этих, на роликах. Тут ничего не сделать одному, это все Господь. Да, насколько жизнь может быть совершенно иная. Вот сейчас мы немножко углубились, послушали, да? Вот даже если взять про лагерь, даже не только про лагерь, насколько может быть жизнь иная, и труд, и все эти занятия, активные занятия, познавательные. Вот так. Хорошая экскурсия. Так, идем. Это вот дорожка, по которой бегают купаться. 6 раз в день бывает. Купание. Купается. Когда тепло летом, они лагерь. Где купаются на пруду? А вот сейчас подойдем. Там уже где будут купаются отдельно, мальчики, девочки отдельно. Так, на минуточку пока остановитесь, я ребят кое-что скажу. Так, и вы не отставайте, братья, идите сюда. Фамилия, пожалуйста, ваша. Это вам сходить под все. Сейчас вокруг деревни будут бегать. Вот создать, чтобы лагерь здесь, здесь нужно кое-что знать про детей. Я 40 лет занимаюсь детьми. Мальчики и девочки. А они на молитве стоят врозь. Они нигде вместе не бывают. Везде предпочтение на первом месте мальчик. Это будущий священник, это будущий защитник, будущий кормилец. Но за девочку мальчик должен жизнь отдать, если потребуется. Это показано по житиям святых, и все рассказывается. Вот, ну вот вечером вдруг думали, они долго играли тут в футбол, искупаться. Кому первым? Всегда мальчики. Но девочки говорят, у нас волосы длинные, мы не просохнем. Ну, время 1 час. Мальчики, давайте уступим. Да нет, я их в колокол выстроились. Ну-ка выходи, девочка выходит, ну посмотри. Да ты через 5 лет вокруг нее вином будешь ходить. Ты погляди какая. Ну, уступи. Я не настаиваю. Они должны сами проголосовать. Все проголосовали. Девочки идут первыми. Вот они спят, ложатся, а хорошая погода. Я ночью встаем, звездное небо посмотрим. Как пшеница шумит. Как совенок кричит мать еще. Ребенок это все должен увидеть. Он мощно входит. Все собирает. Лопату и отдельно зарыли. Здесь место чисто, босиком. Выходим только босиком. Ежики есть? Есть. Ежи. Да, есть. Как еж ползет куда-то вечерком, где-то там раз. Вот ребенку главное дать понятие, что это от Бога. Бог нас любит. Ты с собой не можешь распоряжаться. Вот мать привезла, ну не с отцом вместе, мы, говорит, купили наручники, и ребенка приковываем дома к батарее. Все вытащил, наркоман. Он увидел здесь конопля, схватил их. Через месяц приезжают, они узнать его не могут. Валерка, что с тобой? А фамилия Полковников. Лукавый. Вот мы идем к батюшке фильмы смотреть. Он, я не могу. Мы не оставим. Мы берем большая военная палатка, 2 метра на 2. Ложись, Валера. И за 4 конца мы его с собой тащим. Вот до туда дотащили, а я уже здоровый. Понимаете как? Вот ребенок не хочет работать. Я не знаю, у меня живот там болит, что-то. Я его не заставляю. Он там скамейка одна, он сел рядом. Но ты не работаешь, но ты не будешь у меня сегодня ни есть, ни пить, ни играть. А уже дело к завтраку. Он, я что-то, кажется, здоровый уже стал. Все, оздоровительная скамейка. А возраст разный, да? Разный. От 7 месяцев до 72 лет. Лагерь комплексный. Вместе с детьми могут родители, дедушки, бабушки быть. Это семейственность даже сохранена. Это ячейка государства. Вот здесь приезжают профессора богословия, говорится, профессора эти, психологии. Приехала директор Кэстонского института с Лондона. И она побыла, и как Сариса Сапская, говорит, мне, говорит, половину не рассказали, что я видела. Как это может быть? Вот, ну, вот сам этот подход к ребенку на полном серьезе. Ты ценность перед Богом, за тебя Христос умер. Ребенок должен это понять, ты себе уже не принадлежишь. Мы берем маленько, чтобы верил, я не могу его насиловать. Если не верит, я его не возьму. Папка, да я верю, одни пришли, там, новая жизнь. А бабка у них кандидат наук православная. Видать, теща крепкая. И она настояла, чтобы наш лагерь. Мы его не заставляем, он по-своему. Юра стоит, дети играют, он не пойдет играть, сидит, Библию читает. Один. Но когда они приехали, он уже молится, кланяется. Ты, Юрка, ты совсем православный стал. Мы его не тянем, не говорим. Он на деле увидел, что такое любовь. Это самый мощный ключ к сердцу ребенка. Вот психологи живут здесь, профессора, и потом пишут, самый главный движитель, любовь, большой буквы. Любовь — это не потакание, это строгость, это внимание, это справедливость. Строгая любовь. Вот понимаете, вот они шли, ребятишки, а тут пошли такие стрекозы, синие, желтые, но черной нету. А один увидел черную, но не взял, прошел, а другой взял. А тот-то понял, что он просмотрел ее, теперь коробочку им дал, сделали, тот просит, этот не дает. Снова собрание. По правде рассудить, кто? Значит, принадлежит тому, кто подобрал, но он указал на нее, поэтому, когда бы он не попросил, ты открой и покажи. Один мальчик, вдоль, что дочка, девочка большая толкнула мальчика, он убился там. Полный разбор. Туда на место, смакетировали, как это было, меня там не было. Все выяснили. Вот тебе теперь наказание. А наказание такое, пока не уедет с лагеря, на шаг не отходи от этого мальчика, все время будешь с ним рядом. И играть будешь, и все, пока он не будет здоровый. Одна девочка, ей, сейчас я не знаю сколько, ну лет 9. И она с бабкой живет, мать пьяница. Она сама доит корову с банкой трехлитровой на Барнаул-Новосибирскую трассу и продает, чтобы хлеба купить. А один из наших братьев, он в школе ее, эту девочку, заметил и сюда привез. Ну, она, привезли, и сразу она вшивая. Ну, а ребятишки-то увидели. Мы ее сразу обработали, все. Ее кто-то обозвал вшивая. Ну, ребенку-то каково? Она подошла и плачет, меня вшивой назвали. Для нее это беда. У нас колокол, тревога. Девочка, ладно, мальчишка. Да, сразу собрали. Так, кто сказал это? Ну, я сказал. Так, выйди, Ира, а найди хоть одну ложку. Если не найдешь, я тебя накажу. Ну еще он поискал, ничего нету. Мы их вывели, у нее нету. С сегодняшнего дня тебе наказание. С Ирочкой ты будешь все время играть и защищать ее. Она прекрасная девочка. И вы посмотрели, какие они друзья расстались. Вот это каждому человеку надо найти это. Пойдемте туда. Я представляю, что вы испытываете. Хочется поделиться, рассказать. Потому что это так все. Ну, это не волнует. Потому что я вас прекрасно понимаю. Значит, рассказывайте. Какие времена нам завидовали. Да? Смотри, что слышите, было отказать. Идут, скорее, это заходили с утром. Крыша, отремонтировать крышу надо, покрасить. Какое вы имеете право? Вы не имеете права хозяйственной деятельностью заниматься. Даже было? Мы 3 часа ночи. Сейчас уже закончился потолок. 3 часа ночи. Включили, нельзя, осветили. И уже мы в 7 часов где-то уже старый выехал. Это наш огородчик, а дальше сад. Лагерь, это чистый лагерь. Какая большая чайка прилетела. В этом году очень много. Тут около 20. Тут плавает большая. Это тоже чайки. Это не болото, это озерное. Тут все выправляет нам. Тоже свечение погружается? Нет, я стою в воде-то. Вот так стоит. А, вот так, да? Погружаюсь. Облачение. Вот, вот там он стёк воды, вон видно, бетонный стёк, да, с рукавами. Это все посадили, ну и кое-что вымерзло, остальное осталось. Видите, а ближе приехала экология, говорят, у вас прорвет, прорывает. Милостью Божьей, 20 лет. Корневая система, трава, да, конечно. И все, листва, и все. Тут еще одно место. Вот инженерное сооружение уже серьезное. Да. Очень так сделано. Ну, да, доски поднимают. Вода же силу какую имеет. Регулирует воду, как высоты уровень воды. Последняя доска. Ага. Много пакостей делали, точили насквозь. Ну, сейчас нету их, они померзли или что. Ну, да. Чтобы сбросить, поднять доску, вода ушла. Это раздевалка. Купаются. А из той стороны какой-то мосток тоже. Это батюшка, да, батюшка. Он отдельно себе сделал. А, вот что дело. Я смотрю, что-то уже более такой солидный, как там доска широкая. Да. Она дом каждый год разновляет. Лёд, потом когда садится, все тогда и... Лёд выбирает с собой. Ты приходишь, а там он все делает. Здесь бывают такие сначала сооружения сделать, что чем стоять, чем сваи забивать. А потом вот это все делать, это тут труда вообще не опишешь сколько. Вот лагерь практически здесь раньше размонтировался, артель нам помогала, специально такой материал. Ага. Вот. Ну и каждую осень прятать где-то надо. Мы в разные места искали, где никто не нашел, и место 3-4 хранилось здесь. Ну я из деревни один помогал, тут к себе увозил основные ценности. Но у вас здесь ветер часто бывает, да? Летом, да? Продувает, да? Бывает. Бывает, да? Наверное, постоянно, наверное, да? Нет. Нет? Сейчас ощутим. Это сейчас сколько им? По месяца два? Да, по два. По два, да? А РТИ давала какую-то пленку, да, или что, на палатке? Провизия, да? Провизия, как лодки, которые РТИ у меня близкая была дружба с директором. И он делал такие громадные палатки, все это по заказу. Здесь идет система под водой, под землей. Вот там этот аббат. Куда мы заходили? Кружок такой дали. Да. А вот это вот наш сад. Лагерный. Ягода тут, да? Бородина, хризон, лавина. Обратите внимание, какие телята чистенькие. Видите как? Да не, обычно они в хозяйствах не смотрят. А вот шалаш. Дети хотят в шалаше быть. Пришлось сделать шалаш. Из особой заслуги, что спецшалаше. Подойдемте. То есть это поощрение в шалаше? Конечно. Новый шалаш, там окно, это закрывает. Окно с той стороны, да? Да. А вот это вот знаменитая наша баня, сейчас идем вот рядышком, которая... Вы думали, что мы быстро уедем? Не тут-то было. Вон Серега из подушки. Я когда лежал, молился, думаю, Господи. А ехать трава чистая, пустая. Это баня, которая была сколько лет. Она из земли и пластами. И вот отсюда вода стекала из бани туда. У нас там казалось, мыльная вода стекает, там. Ну что попало, там привязан батюшки был жеребец на берегу. Это сперлили, там клинка с природы показывает, смотрите. Вся рыба живет здесь. Но они ничего, мы посчитали, там 1/10-миллионная доля попадает там его. На этот объем пруда подсчитывали. То есть они не знали, за что нас уцепить. Вода отсюда. Какая забота о вас была? Да, вот здесь стоял котел. Котел. Вот вода туда стекала, то есть парная была. Это все вот это, наверное, да? Нет? Да, 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 да. Это котел. Там и котел. Это парится, камни лежат. Кругом скворечники, видите, братья, да? Кругом скворечники, кругом жизнь. У меня в саду было 123 скворечника. Это из чугуна, из валенок, из сапог, из огнетушителей. Но с обратной стороны, чтобы были дощечки, как его вылазить. И всякие дупла. 123, вообразите. Так, люди специально приезжали шоферами. А белок здесь не бывает? Нет, белок нет. Нет. Леса нет. Я не знаю даже. Белок нет. Белка, я не видал, не слыхал. Нет, нет. Белок. Зайцы есть, ежи есть, лисы. Да, все. А белочек нету. Не слышал даже такого. Я в Владыке Дмитрию и в Бобровке, вот, кругом. Я в Владыке Дмитрию в Тобольск отвез 2 белочек, самку и самца. Скворцов? Нет, белочки, с хвостиком белочки. Белочки, не понял. Вот, отвез, и через энное время, там у него такой вольер, может, около 60. И когда заходишь с ним, клетку садится вольер, они садятся на голову, на плечи, ты их с рук кормишь. Так интересно. Хорошо. Это в Барнауле. Ты идешь, она на тебя раз. Система, которая качает туда воду в бак. Это вот, РТИ, тут помощники очень большие, важные люди. Вот всегда говорю, что люди, которые... Ну, на такие дела может только человек свысока посмотреть, и кому смотрит и оценит. Ну, вот директор РТИ был Хромов, это настоящий русский патриот. Да. Простой. Он сам даже... Ну, я говорю, мы, знаете, лодки бережем, но не каждый день. Так он на меня, какое ты имеешь право, ты как каждый день катаешь. Да? Я решил как-то что-то, он меня с деньги сует в сумку сам, директор. Да, даже... Детей любит. День открытых дверей в селе Подеряевск. Вода поворачивает то туда, то пойдет. Это целая система. А там под землей все. За это ни копейки никто из нас не получает. Вот а почему 40... мы это и слышим от вас так все, понимаете? Почему же? Потому что все настолько это было близко к сердцу, столько вот изничтожено, здесь подробно. Другой бы так, показал бы так. Ну, пойдемте дальше. Мне это дорого показать вам. А тут уже пленка заканчивается, а вы все говорите и говорите. Аппарат нормально. Я уже вторую батарейку поменял. Это хоть дуйте на него. А вот знаете, дорога ваша трудная, она еще... По асфальту-то вы наездите, еще ни одной аварии будет. А здесь без аварии. Видите, как Господь провел вас. Да, Господи. Вот так лагерь. Видите, она как насажена на мне деревья. Она, видать, какая-то какой-то. Потом дома будете смотреть, слушать. Скажут, куда меня занесло. Вот если сбросьте там на память нам запись, вот будет приятно. Там запись я уже выставляю, вы заходите на мою рынок. Да нет, я говорю, нам вы сбросили запись своей. А на нем я стоять буду, вы снимете. Как? Mail.ru Игнатий Лапкин зайдите. Или на форум. Форум Игнатий Лапкин называется. И что? И все это быстро назовут. Нам не нужно родным показать. Вы все и покажете, скачете. Там скачивается, да? Ну а как же, где? Ваши-то где, ребята? Все скачивается. Таким же качеством. Это все будет выставлено. Ага. Просят, а сейчас, Игнатий. А? Сейчас просят. Сейчас, а у меня нету, это надо подать, у вас на что скачивать. У нас есть на что скачать? Нет, диска жесткого нету? Они могут, ребята, это сделать? На флешку можно. А какой объем? 16. Объем какой? 16 пойдет. 16 пойдет. Давайте сбросим, да? Я за 9 лет провел за компьютером больше 30 тысяч часов. 16 хватит, да? Должно хватить. Никак нельзя. Это для нас большой-большой плюс. Когда нам миллионы людей может выходить. Нет, я не говорю, что я против. Я говорю, что у нас есть, все это работает. Смотрите, я знаю, патриарх Кирилл говорит, я провожу столько по времени, каждый день за компьютером. Я считал, что. На патриарха говорят. Знаете, вот на патриарха Кирилла говорят, у него собака, и он с собакой гуляет, а потом, говорит, я бегу полкилометра, и все. Да какой же это патриарх? А я наоборот в этом увидел человечность. Я с собаками всю жизнь сложился. Что он живой человек, он любит собаку. Он любит ходить, бегать, за ним его личный врач еле успевает. Ну так вот, но зачем за это осуждать-то, когда это хорошее дело? И любит плавать. Его раз, он плывет, уже говорит, да уж пора уже обратно, понимаете? Видите, я кое-что вам покажу еще здесь. Вот смотрите на этот сучок вверху. Вы видите что? Вот. Конечно, видим. Тряпка. Это не просто так. Это не просто так. Из Барнаула привезли специально большие вот эти... Кольца, бетон. А как их снять? Здесь таль, машина подъезжает и снимает кольца. А машина отходит, кольцо опустит. Вон тот тополь, что вдвоем обхватите, нет? Ну здесь же нет крана, это кран. Вот это тополь, да? Ребята, это дудук, да, ребята? Тополь. Я проверяю, знают они или нет. Так, теперь относительно детей. Посмотрите, ребята, ушли они. А вон они обхватывают дерево, обхватывают дерево. Смотрите, не помните осторожно. Втроем. так? Ребенок должен определить по листику, что это за дерево, вот. Найти его в лесу и знать для чего. А может быть даже по запаху, вот, например, тополь или там какой-то... Вот, тополь, тополь сильно прям вообще. Ребенок вот сейчас нас успевает. Так, пойдемте, пойдемте. Мальчик, он еще один кинооператор идет. Смена, да? Батарейка садится. Нет, я перезарядил уже. А на этой тележке вы гостей встречаете, да, когда бездорожье, да? Нет, я думаю, что как раз можно загрузить чуть, чтобы грязь не закидала. Защитная фанерочка. И можно смело проехать. Это свиновоз. Свиновоз? А, свиновоз. Хорошее, мощное все. Я вот думаю, как вот вести? Я говорю, наверное, тележку нужно защитить и все, и можно проехать. А иначе как вот проедешь так? Нас по таким рощинам везли, по околицам, знаете, вот это, Вадим сопровождал, места очень красивые. Вы подъехали, он уже стоял? Он на дороге один стоял, машина там, вот. Вот посмотрите, куда вы голову не повернете, скворечник, поверните голову, скворечник, и там на каждом дереве что-то по 5 видно. Ох ты, березу сломала. Да. Это сломало вот это. А это отвода, лишние воды. Место больше таких был, вот этих вот, нижняя часть. Это же очень важно. Вот так крик только скворца, так кричит только скворец. Правильно говорю? Только смотрите, я не вижу, но дело сверху где-то. Вот он. А он кормит, несет там. Да, ухо, ничего такого. Ягненка же, ребенка, все это. Удивительно. Птичка. Вот здесь у нас раздевалка, и сделали столбики, поставили. Из них 3 дерева выросло. Здесь оглобно только толпы, тебе там выросли. У него матушка помойное ведро вытащила, взяла, сплеснула. Позднее все в этот бугор весь тыкву. Не сажала ничего, просто сплеснула. Как в сказке идет, там Марфа одной рукой, подходит из рукава там. Лебеди. Да. Другим рукавом, другое творение. Прям как в сказке, Игнатий. Ну, это действительно так. Что вы, конечно. Просто вы так рассказываете, сказочно прям. Так вот. Хорошо. Благословите в дорогу. Благослови. Христос воскресе. Божья помощь. Спасибо, Господи. Ну да здесь можно. Вот Господь устроил радость какую нам. Он уже технику вот приготовил. Что на столбе висит? Вот разгадайте, что на столбе вот это означает? Ну не говорите скворечник сразу же, ну что вы, ну не надо. Вот, наверное, здесь счетчик был у вас, а там... Сейчас скажете, что скворечник, но не надо. Воду качать, чтобы считать или так. Вот это вот столбы дальше идут, а это счетчик отдельно, который считал. Но теперь сделали оттуда из дома. Вот система какая. Приехала комиссия, отрезала нас. Понятно. Потому что, говорит, у вас счетчик этот, ну, надо менять его. А вот это дерево, смотрите, уже все, да? Для дятлов, да? Видите, он дятлы как работает. Если у меня плохие глаза, но я думаю, что дятел там работал, да? Да, похоже. Видно, через такая. Вот это что за дерево посадили? Он хвойное, видите, во дворе? Это сосна. Да. Кедр у вас тут не растет, да? ничего, но у нас они экологически чистые. Большинство домов не больные. Поэтому вы приедете, возможно, будет найдете. Да? Да. Так, ой, что-то чешется. Вот уже такси ждет вас. Да, вот скворечник, видите, подставка для скворечника солидная, видите? А там для цыплят, да, сектора, да? Ну, сейчас холодно на улице. Василий. Да вы слышали, что у Давыда, пророка, которого сам мы считаем, над слугами насмеялись, полбороды отрезали. Он их не запустил в Иерусалим, пока не отрастут. Так это же в Ветхом Завете было. Это в Ветхом Завете, тем более в Новом. Златоуст говорит, тем более в Новом. Если земной Иерусалим не пустил, а мы идем в небесный. И написано, когда Дину изнасиловали у Якова, она была обесчещена. А когда борода отрезала, написано очень обесчещена. То есть отсюда вывод Златоуст делает, это хуже изнасилования. Ну, не будем спорить. Нет, это Библия говорит. Хорошо, конечно. Дочь была без бороды, это сказать, изнасилована, обесчещена. А без бороды очень обесчещена. Слово очень это усиливающее. У нас в армии... Идем, Виктор, сейчас, вот он вот стоит в очках. Он служил в армии с бородой. Она не мешает никогда. Ну посмотрите, Фридрих Энгельс сидит, у него рта не видать. У Энгельса поменьше, это, у Марса поменьше, у Ленина клинышек, у Сталина усы, а у Хрущева даже на голове уже нету. Весь лысый. Ну еще, это прогресс. Зачем же на подобные лица иметь? Зачем? И Бог сотворил так. Я служил с бородой. Я присягу не принимал. У нас просто еще было по поводу бороды. Знаете, вот я вас прошу, скажите, от Адама родословно идет до Христа. Были бритые, нет? Были. Нет, и ни одного. Нет, разве? Никак, это Ветхий Завет. Ну, никак. В Новом Завете идет дальше уже от Рождества Христова. Святые апостолы с бородами? Так, посмотрите, он не знает, что апостолы с бородами были или нет. Да молодой. Да даже я их не видел просто апостолов, понимаете? Даже баптистский календарь идет и апостолы с бородами, даже сектанты. Я говорю, даже сектанты знают. Теперь пройдите, вы не знаете, Покровский собор в Барнауле были раз вот? Конечно. Вы пройдите по иконам, найдите безбородого, только... Только Иоанн Богослов и Пантелеймон. Это мальчишки 15-летние. Ни одного безбородого нет. Бритья. Да это традиция. Что, борода тебе ранилась? С ним нет. Ну мне же не снимаешь? Да. Я там оставил, ну, так вот все. Где вот домик на Рыса Юльевна жила. Да я видел. Пакет и три ножки. Я считаю православным, Сергей, я все рассказываю. Их описывается, какие были бороды. А Истафий, Иоанн Владимирович, католики насмеялись, написано, брили бороды. Это посмеяние, поругание. Не трожьте бороду. Христос воскресе из мертвых, слезисты по правде, сочиво глядежи, полна рабов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Аминь, исполайте, Господа. Братья всех оставивших в нашей. Посмотрите. Проходите, давай. Дома у больных. Какие-то этого Крылова, дома стерляши, говорит.